Ты уже включил? Начинается. Итак, дамы и господа, здравствуйте! Всем здрасте, да? Ну что, у нас сегодня большие танки в комментариях. Вы, я наблюдаю, пишите, что это за игра такая богомерзкая? Да, это основная, я бы сказал, основатель всех танков и так далее. Ну, без эпичной музыки никуда, я люблю так начинать. А у микрофонов сегодня отец... Всея и мира танков, да и вообще. Мой брат Олег Аберкадафер, ну и я, дядя Сережа, вероятно. Сим Саладин. Я думал, ты про себя говоришь, про отца. Чего, ты ж отец. Я дядя, ну, да, а да. Ты отец. Без пяти минут многодетный отец. Дважды отец, да. Да-да-да, вот так вот даже скажу. Ребята, мы стримим большие танки сегодня. Если вы не в курсе... Все начиналось именно с них, и именно там были... О, блин, я ссылку в описании забыл оставить на твой канал. Сейчас все будет, ребят. Hungry Brothers? Да-да-да-да-да-да. Нет, ну там вот завод, Hungry Brothers же уже нет. Да, сейчас найду. А он еще существует, что ли? Да, ну ты ж его не удалял. Там даже 14 подпышиков, ты что? Я не знаю, как его удалять. Не удаляй. Для истории останется. Такс. Сколько заплатили за этот стрим? Я бы сказал тебе сколько, но да, кому большой вопрос. Кто и кому должен был платить по вашим версиям? Да слушайте, если бы мне заплатили, было бы круто, но в таком дерьмовом качестве, в котором я это буду вещать, вряд ли кто-то готов заплатить. Так, сейчас мы все чекнем, проверим, все должно быть нормально. Насчет звука, жду ваших отзывов, потому что мой компьютер не тащит классные большие танки. Я время от времени в чатик буду скидывать ссылку. А, о, загрузилась наконец-то. Канал Истоков, давай. Можете глянуть, старые танки, еще до обновления 1.0, старый Sims, ну или молодой Sims 1, первые попытки в монтаж, все дела, ну как бы... Юный Sims. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот, нас немного, но канал жив, время от времени подает признаки. Стас какой-то пишет привет, и даже мне пишет привет. Спасибо. Спасибо. А насчет трансляции. Стрим был бы без мата. Я уже успел матюкнуться?
Что? Я что, успел уже матюкнуться? Ты пишет, если бы заплатили, стрим был бы без мата. Не знаю, не знаю, не знаю. Насчет качества трансляции не могу ничего обещать, ребят. Вы знаете, что у меня ноутбук, все дела, и ну, тяжело. Ссылочка в описании есть на всякий случай. Ссылка на канал, где мы начинали еще до зарождения Блица делать видео. И по сути, организация этого канала я обязан братюне Олегу за потрясающую идею. Да, 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 да. Добавить Олега. В смысле, наверное, по громкости. А, наверное, сейчас замутим, сейчас замутим. Ты шепчешь, как обычно. Стесняется, давно не стримил. Кто стесняется? Ты стесняешься. Я стесняюсь? А, ну да, я стесняюсь. Так, добавил, по идее, должно быть теперь исключительно прекрасно. Так, вот это мы скроем. Так, звук пока норм, ЖЖ. Да, в 720. 720 вещаю, потому что Full HD не прокармливает ноутбук, господа, у нас и вот. По технике есть куча разнообразия, но я думаю, стоит начать с вот этого. Это потрясающая техника. Чего? В игре ты можешь... Ну, я вынужден расстроить тебя, у меня нет девятки, но... Бери десятку, что-то нормально. Или нет, здесь нельзя плюс-минус. Мы же только на одном уровне сейчас можем. Нет, у меня девятка есть, у меня арты девятки нет. Я поэтому возьму машину, на которой я смогу тебе посмотреть. Ну, давай так. Тианмен, поверить не мог, что начнется стрим, привет. С каналом я расскажу, будет видяха в обозримом будущем. Есть планы на будущее, есть планы делать видео. Но сразу скажу и здесь, и сейчас, с разработчиками мы больше не сотрудничаем. И скорее всего это сотрудничество не начнется и не продолжится никогда. Разные причины, никто никого обижать сильно не хочет, но не сошлись мы в интересах, во мнениях, и не всегда удавалось найти общий язык, поэтому было так принято... Что, наконец-то можно верить тому, что будет говорить Владимир в своих видосах. Смешно, наконец-то. Смешно. Я и так всегда говорил правду. Всегда говорил правду, но... Не договаривал иногда просто. Бывало. Возможно, не так откровенно. О, 430 У, это где он у нас? Ага, это наш. А это что такое вообще? Смотри, вот сюда засведись на подъем. А, прям сходу сразу, да. Сюда 100% будет кто-то влетать. Сейчас замутим. А я сейчас попробую всех этих ребят, так сказать. А, слушай, давай я сразу сведусь, потом буду переезжать, потому что сейчас нет времени, я слишком медленный. Так, G для смены режима стрельбы. Точку G, да, надо нажать. Опа, Т-100ЛТ. Вижу. Но я с фугаса его не клал. Я свожусь, думаю, что получится нам организовать. Фу, какой он уродливый. Давай избавим эту эстетически божественную игру от такого убожества. Засветик, и будет царский подгон. Засвет? Ну, есть? Нет? Нет возможности? Нет. Перевожусь на СТРВ. Да, я если выйду, то... Тю-тю-тю, да? Меня клацнут, да. Ой, какой парень! Какой парень киберспортивный. Сейчас мы ему устроим киберспорт. Что-то я здесь вообще... Так, ну ладно, полетел стою. Блайндом. Не что-то уверен. Я неудачно стою. Вау! Ваза дрянь, 100% меня засветил. Crazy Man. Будут обзоры, будут некоторые ролики, но они будут в абсолютно другом формате. Вообще, в катастрофически другом. И это будет круто. Осталось только научиться делать вот это круто. Потому что я пока не очень умею, но я буду учиться обязательно. Серый, так, если ты сможешь простреливать вот этих ребят... Смогу, но позже. О, громогласное вижу, слышу. Ну, это подает голос моя дочечка. Так что всем привет. Давайте, знаете что? На подгузники будем собирать. Все, что мы соберем, я тебе перешлю. Давайте так, ребята. Давайте. Ну там и пополнение собирается быть, поэтому надо. Да. Ребята, давайте. Здорово. Соберемся и братюне материнский капитал. Я в КД. Я дал по Е50.
еще нет. Материнский капитал будем собирать. Отцовский капитал, да. Так, надо попробовать. Так, могу коня, но надо дождаться. 5 секунд еще. Так, он что-то вперед едет, пока не могу. Ну я тебе, ну парень, я же знаю, ты хочешь. Ага. Да мы бы вышли, бы его бы хлопнули, там 140 с вазой не стояли. А 140, падла, крысится, видишь? Угу. Так, он, наверное, думает, что на этом его беды закончились, он заблуждается. А конь на гусле, пока о, сижу. О, скорпиончик, ах ты ж, ой-ой-ой. А, устройство у меня не сменилось, просто ноутбук не вытягивает компьютерную версию игры. Блицы нормально, а вот ПК... Зачем ты так сделал? ПК нет. Ну, пока танки. Блин, какие они все... Наша пошла рашить. Да, и не очень удачно, я погляжу. Да-да, но у него броня там чудесная. Просто видишь, там еще и Т-28... И скорпион туда переехал. Так, знаешь, что мы сейчас сделаем? Я их здесь не вывезу. Я сейчас хочу попробовать. Переезжай, переведусь на этих. Маневр. Давай. Сведись на Т-100 ЛТ и ебися вот в этот квадрат. А, туда аж вот. Хорошо. Я сейчас хочу туда прям... Ууу, нет, все, отменяется. 140. 140. Вижу. Ну, я уже перевожусь обратно. Все нормально, мы заберем его. А, ну развлекайтесь тогда. Красиво. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята. Ну не в тебя? Мы то отступили. О, конь отступил, 28-ка отступила. Если как можешь, бы, забирай коня, если не можешь... Уже нет, он за камнями. Хотя, я может понял. Быть, и могу, сейчас попробуем. Тут камушки сейчас, не надо. А, хотя, может быть, и... Скорпион. Так, пошел в коня. Вот так красиво! Минус конь. Это было сильно. 28-ка не могу, скорпион и вот эта гадость могу. Умею ли я играть на арте? Господи, ребята, я год сосал у картохи. Конечно, умею. Что за вопросы? Сейчас мы будем Т-28. Я, правда, так вообще... Слушай, я подсоблю нашему парню с 32. Ого, ни хрена, у меня 7 хп. Ты представляешь, что делают, сволочи? Держись, Борис. Да здесь меня неудачно, конечно. Блин, ну ЛТ-шку подсветите, но я... Ну что там за гадость происходит? Не киберспортивно. А, как относится к обучению игроков в лице на ютубе? В форме прямого... О, это ты молодец. А, отвечу сейчас на вопрос, как вариант проводить стримы учебные в качестве общения. Ну я такой специалист, я ж типа рак, все говорят, что 65% это рак, поэтому компетентен ли я в этом вопросе, я не уверен. Ладно, это немножко сарказма. Посмотрим. Есть планы некоторые, но пока не могу ничего обещать 100%. То есть канал будет жить так или иначе. Но в каком формате и когда это случится. Так что зовите друзей или не отписывайтесь хотя бы. Я буду понимать, что вы все еще со мной и мы все еще можем. Так. Раз, два, три, четыре, пять. 3К плюс на топах надо. Ну, а у меня 2К. Видишь, я какой... Ну, 3000 урона среднего на топовых танках нужно, а у меня 2000 среднего урона, поэтому я не подхожу для учителя. И плевать, что понимание и умение, понимание игры и умение играть — это разные вещи, но... Нет, ну, например... я вроде как бы вот сейчас тоже понимаю... Нет, потом... ну ты принял не совсем верные решения, и не получилось. А потом я выскакиваю и не вовремя. Да. Ну, значит, не до конца понимание, микроконтроль, плюс умение быстро, классно стрелять, тоже нарабатывается другими вещами. А? Плюс я немножко стесняюсь еще. Ты не стесняйся, все свои. Угу. Когда мы с тобой последний раз вообще играли? Блин, ты стоял, ты меня бесит. Ну, что он там забыл? Вон там крысит. Ну, это ливневый бой такой. Да не ливневый, ща я... Это ну, если прямой, ты классный скорпа, например, то 704-й рашит. А, его вдвоем... Я просто... не могу, они ныкаются все. Я позицию занял не самую удачную, а переезжать сейчас нет времени.
Блин, ты стрелы подсвечиваются уже после выстрела. Да. Ладно, полетело. Ой, вот так тебе, да. Засранец. Ну, чуть-чуть хотя бы. Подсобить как-то, помочь. Здрасте, здрасте, Катерина, привет. Чё, как жизнь? Жизнь отлично. Пойду одену майку. Мы без вебки, не парься. Если я еще вебку включу, компьютер взлетит. Ты что? Ну вот, видишь, как красиво все организовывается. Отлично. Скорб. Ты видишь скорпа? Сможешь его? Нет. Ну, я его вижу, но не смогу. Ну, да тогда он на горе. На горе, по идее. Приму Викторию. А, да, могу, кстати, там вот. Дальний, вот, внешний. 430 вот эту гадость помощь. Смогу. Ой, красиво, красиво. Так, назад будет сдавать, поэтому прицелимся. Вот, блин. Да чё за перелеты? А как бы сейчас минус 2, а, замутить? А, ты хотел прям... Да, хотел красиво. Хотел красиво. Блин, 430 шот. Ну, правда, у него бруни много. Как дела? У нас спрашивают. Ой. Хорошо, дела. Смотрим в ББ, что тут происходит за грязь, что за разница с Блицом и есть ли смысл вообще в это играть. Приятные новости для многих, я думаю. Я с разработчиками больше не сотрудничаю, вновь повторяюсь. Поэтому канал будет развиваться, но немножко в другом ключе. И, ну, в танковом, конечно, но в другом. Ой, у меня волынка тут начала играть. Я не посмотрел. А это музычка, да, сейчас. Храброе сердце посмотрел, что-то навеяло. Кто посмотрел Храброе сердце? Я посмотрел вчера Храброе сердце. Решил поплакать? Проверить свои нервы? Ну, я держался до последнего. Но когда он сказал «Свобода», я не выдержал. Я помню этот фильм еще давным-давно. Не знаю даже, сколько мне лет было. Так, скоро сюда, наверное, поедем. Я посмотрел его просто, и все, и понял, что эти фильмы не для меня. А ты «Апокалипсис» его же смотрел? «Апокалипсис» смотрел. Фильм классный, все здорово. Все такой прекрасно. Же не для тебя. Ну, тоже, да. Мне нравится, когда фильм оставляет после себя... Приятное послевкусие. Да, приятное послевкусие, легкость, ароматику. Ой, тогда тебе на Pornhub. Там приятные посмотри. Ощущения, легкость, ароматика, там что там только нет. Пардон? Сергей Вадимович, как вы хорошо. Напиши. А, написал, да. Виноват. Бывает. Так, нам пишет Crazy Man. Урон, как по мне, показывает умение приспосабливаться к разным ситуациям в бою, а понимание игры больше в турике надо, в рандоме имбецил тащит. Да, то есть я играл в турнирных командах, и мы побеждали. Ой, а я какую-то задачу выполнил САУ. Подозрительно. Ну ладно. Но я не всегда умею правильно стрелять, быстро выцеливать, правильно пробить, то есть безошибочно вести бой. Давай, я знаю, как он должен быть. Что, еще раз? Нет, можешь не арту взять, а что-нибудь другое, или у тебя девятка... О, да, хорошо. Это хорошо. Да, один раз не арта, вот точно. Точно. Да. Один раз играть на арте — это грех. Да. Тогда класс. Я люблю. Я грешен. Все мы грешны, ребят. Даже те, кто говорят, что они не дрочат, все равно дрочат. Поэтому... То же самое с артой. Хайзенберг. Всех от нее бомбит, всем она не нравится, но все на ней играют. Да. Хайзенберг. Я игры стримлю не для того, чтобы поднять хайп. Я стримлю и делаю видео по тому, что мне нравится. PUBG, Fortnite и те же саперы я не люблю. Мне не нравятся эти игры. Поэтому я не буду их стримить. Ну, мне не нравится. Делать через силу специально, чтобы хайпануть, ну, я на YouTube не для этого пришел. Я пришел бабло косить! Кстати, где донаты на подгузники? И мне тоже подгузники. Я ж, блин, сейчас... Возраст у тебя уже... Да-да-да, мне же 25 уже, представляете, старик, какой. Да, старичок, четвертак. Да, о, лаги пошли, сильно, о, какой-то прикольный. Не выскакивай,
за эту горку, потому что все на нее сводятся. Сейчас тут такой замес будет. Я вообще на этой карте первый раз, я не знаю. Карта офигенная. Ну, мне во всяком случае очень. Так, ну и чё, и чё? О, ваше здоровье, господа. Так, пожалуй, я не там припарковался. Горку. Опа-на, объедок стрёмный пульнул по мне. Нихрена себе. Я на КД. Он прям вылетел. Почему у него броня 264, это же броней просто адовой. А, ты пропадаешь, ребят. Его в нижний бронелист с хорошей альфой и то не в середину, а по краям НЛД. А ВЛД там печаль. Копателя стримить, ребят? Ну я подумаю. Копатель. Копатель. Это какая-то чушь очередная в Майнкрафт. Не выскакивай, тебя там моментально... Я фаша танканул сейчас, да. Вау. Ой, у меня сейчас ФПС, наверное, красивый. Ну, ребят, чем могу? Оу, щета факап. Какой я везучий. Так, Руслан, без оскорблений, без мам. Пожалуйста. А чё, у Руслана что-то с мамой? Нет, он претендует на звание лучшего отца, приударив за мамой мистера Хайзенберга, если я правильно прочитал. А. Вот, зачем чужая мап? За ней уже кто-то приударял. Ух ты. Да, кто тебя снял? А, сверху ПП-то какая-то сраная. Сверху, да. Срань очередная, короче. Это треугольники эти стрёмные. Ой, как красиво трансляция идет. ФПС-то какой вообще царский. А, с учетом того, что трансляция шла нормально. И игра идет нормально. А вот количество кадров на стриме прям. Стремиться получается. К дну, да. 23. Ну чё там, Рушка? Выходить не хочет, да? Хотя в игре 60. Ну представляете, как потно все. Ну, ребята, ну вот что делать? Что делать? Поедем, объедем, бросим центр, да? Не бросим центр, нас тут убьют. Ой, Найс, бади. У меня зрителей всегда было мало, я слишком плохо веду трансляции. Я скучный. Я скучный парень. И поэтому никто трансляции не смотрит. Вот сейчас наблюдайте за 200. Да, наблюдаем. Фу! Фугасом, понял? И то, как бы, хорошо залетело. Там... Это еще хорошо залетело? Бруни у него. Очень. Жалко, конечно. Я. Хотел его угостить. Ребят, в игре FPS не проседает. В игре 60, и то я вертикальную синхронизацию врубил. Так, там в районе сотни. Стрим. Сам OBS не вытягивает. Перегружает процессор. Поэтому тут без вариантов. То есть оно... Я тестировал это вот до трансляции. Работает плохо. Плюс у меня разрешение стоит 1600 на 900. Я даже не в Full HD играю. Да, тяжело, но... Так, ну все, мы разогрелись. Теперь можно начать нормально играть. Руслан добрый, культурный интеллигент пишет. Ну ладно. Так, слушай. Что, кто? Я вот... Жаль здесь. Да, ты че? Я тебя не... Блин. Вроде бы так на маусе и неплохо было бы. Ну давай потопчем, посмотрим. Будет потупчу сейчас. Давай. Три артиллерии. О, повезло нам. Ну еще нагнем. А ты в рейтинг играешь? Это что такое? Я у тебя хотел спросить. Рейтинговые бои какие-то? Нет, я играю только в обычные бои, стандартные, и все. Иногда я себе включаю на десятках вот эту огромную карту. Генеральское сражение. Да. И выхожу туда на артиллерии. Так, товарищи, голубые. Так, все, 60 кадров. Я не знаю, в курсе ты или нет, 705А очень бронированная тоже вещь. Но НЛДшка берется голубой. Угу. Ну, заменем сейчас что-нибудь. Стрим взвод с подписчиками по Блицу будет. Я играть в Блицы пока не намерен и не хочется очень сильно. Плюс грядущие новости вообще не радуют. Однако видео по Блицу будут. Как снимать видео по Блицу, не играя в Блиц. Я вам покажу, ребята.
Такую грязь, такой изворот еще никто не творил потом. Короче, мне надо убить 7 машин 3 разных типов. Жалко только, что не указано... 7? Взводом или не взводом, потому что если не взводом, ну, конкретно для моего уровня, это вообще трешак. Вау, и 7, здравствуйте. Что ты, на гуслю меня поставишь? Ну, давай. Вот уже засранец, надо башню отворачивать. Да, башню отворачивай, в щеку сразу. Да вот же 549 прилетело. Обидные всякие... Оу, щит. О, алкотанки? Да, да. А как же, куда ж без них? Фу, сейчас зарядит. Не побрита броня. Хотя я попал. Чё-то мы странное направление выбрали. А это я поехал сюда, мне... ...поугарать. Ну я, честно сказать, не... Здесь да я... Моё... Ребята, вы что творите? Повезло. Слушай, ну это стримить так нельзя. Как муразор будешь? Почему как муразор? Нет. А чё там муразор? Офигеть, есть 7 здесь. Ну зачем ты здесь, друг мой? О, здравствуйте. Алкотанк куда пробивать? Если голдой, то... ББ. Прямые части. ББшкой почти никуда, НЛД. И то временами, я так понимаю. Ну он да? Его прячет, да. Ну мы здесь стоим, ничего не делаем. Я тебе предлагаю валить туда, в домике. На гусеницу поставил. Отъезжай, да, отъезжай. Да, да. И потом я подъеду. Да слушай, что, слайд-шоу прям симпатично получается у ребят. Я его и сюда не пробил, из 7. Ой же, скач какой! Мне бы сейчас задачу на танкование выполнить с такими раскладами. Твоя точность. Люблю. Фоч, 3 снаряда в меня лупит, и все 3, ну, не пробивает. Бедняга. Так, ну вот. Теперь я. А что у нас по блицу покупать? Странная затея. Кто там у нас? Яга, Есота, я там время от времени. А, ты тут стоишь, да? Я на Ягу не пойду, я заеду. Почему она не летит в НЛД? Ух ты, смотри, хэви какой. Я пока не с тобой, чтобы ты был здоров. А ну-ка, кто тут на семерочку на нашу? Пошел отсюда. Помочь? Да, сейчас будут вкатывать. Ты встань на прием просто. Не заезжай. Да. Не собирай. Ну из 4, ну что ж ты... Господи, ну вот я из-за ИСа 4 словил на 900 сейчас. Потому что парень долго крутится. Кто там меня стреляет? Так, не нравится. А, вагон. Я дурак. Я его потерял. Так, nice buddy. Ты охерительно просто гениальный парень. Ты думаешь, я первый день стримлю? Я уже объяснял причины, почему трансляция идет плохо. Зачем стримить с такими лагами? Хочу, у меня игра идет нормально. А зачем, если тебе что-то... Вот я обычно делаю так. Если мне что-то не нравится, я просто это выключаю и все. Ты что хочешь? Кого-то чем-то, чему-то научить или что? Ох, один выстрел, победа. Надо... Ну, я понял, в чем беда. Я понял. В чем? Надо с другим настроением подходить. Мы с тобой очень... Спасибо, спасибо за совет большое. А что советуют? Советуют подключать все ненужные программы и стримить, и сделать игру в танках хуже графон. Да? Не приоритетный, графон убавить. Давайте, сейчас вот, ребята, лично вот при вас, сейчас зайдем в настройки, поставлю все на минималки. Сейчас, когда она там обдумает все как следует. Ой, боже мой, как же... Офигеть, я сделал один выстрел с пробитием, и я третий в нашей команде по опыту. Печальная ситуация. Конечно, это не говорит о том, что я все-таки молодец. Просто... Так, просто вот расширенный. Все на дно. Полностью. Все, вот только улучшенная графика останется, все выключено. Ну, доп. Эффекты сделаю на низко, просто чтобы видеть, как в меня пульнули.
Вот, ребята, если трансляция пойдет лучше, вот, о, смотрите, как классно идет. Сколько бы, как было 25, так и осталось. Просто, вы думаете, я не экспериментировал и не делал? Прикол в том, что игра работает нормально. OBS работает плохо из-за того, что подгружает процессор. Вот и все. И ничего с этим не сделать. Танки-то от от видеокарты в основном сейчас работают. А, нет, Руслан, я насчет Муразора и видео по Блицу буду делать иначе. То есть не как Муразор. Чоппер, привет, кстати. Давно, я в большие танки играл всю свою жизнь, просто давно в них не заходил. Так, у меня есть предложение изменить формат нашей игры. Мы просто вот сидим и катаемся. А надо вот нагнуть, мне... надо нагибать, да? Нет, надо не нагибать, надо изменить подход, я считаю. Если у тебя что-то не получается, то значит надо это делать по-другому. Ну, логично, да? Поэтому я хочу хотя бы веселиться. Что я предлагаю? Барыш по центру? Ты читаешь мои мысли, но только не по кишке. Я хочу лететь, я хочу, нет, направо. Хотя, да, налево. Ну, давай, прям попробуй. Прям заряжаемся и влетаем туда, и даем барабан по фокусу, а там, ну, выживем. Хотя бы будет... Хорошо, хорошо, все. Все, ребята, угар, трезвый угар, правда, но все равно. Я смельчак! Сейчас. 19 секунд, 18, 17. 17, 16, 15, 14. Да залетай так, потом откадышимся когда-нибудь. Да, залетаем, принимаем. Так. Ну, забацалка стрим. Не в этот раз, но обязательно. Вот так вот! 54! А еще раз второй. Ну-ка, третий. Ой, с поджогом красота, как две пулечки осталось. Поехали, мы. Я тараном буду убивать. Нет, притормози, но мы вошли. Вошли хорошо, влажненько. Хорошо вошли, да. Так, они думают, что мы кадешимся. На нас сейчас выйдет С4. По идее, ну я мы и так кадешимся, я и так кадешусь. А, ты в КД? Ай, да! И С4. Дал мне засранец. Да ёб! А теперь я в КД. Ой, братик. Ну 62-ки и 50-е приехали! Ладно, сейчас поиздеваюсь здесь немножечко на дыме, во всяком случае, попробую. Алкастрим устроим, только если Олегу на подгузнике, не Олегу, а его дочке на подгузнике соберем. Ссылки в описании там есть. Так, они что, про меня забыли, что ли? Ух, как здорово. Смотри, как здорово чувак вон там рассказывает. Все закрыл, на минималке поставил графон, а все равно лагает. Хм, что бы это могло быть? Наверное, это процессор. Вау. Не вытягивает. Вау. О, мамочки. Ух ты, у меня подлагнул. Ой, что-то кусается. Да. А ты помер? Ну, так себе, да. Так себе было. Мы просто не те танки. Мы просто не те танки взяли. Я тебе сейчас расскажу, на чем надо разобраться. Давай. Ставим ставки. Нет, ты даже не подозреваешь, о чем я говорю. Да. Так, это шестой уровень. КВ-2 готов. Да, ты просто. Кстати, если там кому-то будет интересен такой формат, то сегодня абсолютно бесплатно. Можно поздравить Олега с днем рождения наступающим, который завтра. И это тоже. Но можно предложить нам слиться на каких-нибудь танках. А может победить Пятилёк. Лучше на каких-нибудь определенных? Ну, победа, понимаешь, оставляет ощущение вот законченности. А когда ты сливаешь, ты же обычно все говоришь, ну ладно, вот сейчас еще один бой и... Поэтому мы можем не закончить никогда.
если есть желание посмотреть на какой-нибудь определенный танк, естественно, из тех, которых есть в ангаре, у меня, слава богу, побольше, чем у Сережи, вот, я могу сливаться на разных танках абсолютно бесплатно. То есть, да. Так ну, сказать, безвозмездно. Да, мы же на фугасах, правильно? Да, я на фугасах. А чё мы по центру не хотим? Да три арпи меня смущает. Ну поехали, хрен с ним. Ой, итальяшка. Тут имею в виду, сейчас вот на вот этой линии очень крутые кусты. И там стоят всякие сволочи. И... А мы за ними пристроимся аккуратненько, их красиво. Не-не-не, их сволочи там стоят и вот это делают. Слушай, а если мы прям вот сюда вкатим? Давай. Как ты? За любой кипиш, кроме голодовки. Да, поехали. Без гусениц? Делаем вот так вот F7, пожалуйста, товарищи. И вкатываем туда. Главное, чтобы пока я буду туда вкатывать, мне не вкатили. Ой, F7. А ты где, братик? А, вот он. Да? Три корпуса от тебя. Башню разверни направо. Может, кто-то будет на горочке нас пытаться, так сказать, законтролить. Этот танк не поддается контролю. Даже владельца этого танка невозможно его контролировать. Пока очень интересно все получается. Да, геймплей прям топовый. Что такое? Как? Где все? Я ожидал к этому моменту уже выбирать другой танк. Не сегодня. Глядь. О! Привет. О, здравствуйте. Как ваше настроение? Добрый. Ой. Случайно. Направо. Вот это да. Ой, сзади вот. Тигр. Тигр. Ой, еще там сзади тигр. Игорь. Тигр. Ну где же моя орудие? Ой, что-то ты не попадаешь. Я как-то неудачно выехал, и меня тут сейчас это наказывают немножко. Без сведения! А, не попал. Блин. Я тактика. Да, я спустился вниз, просто, наверное, не надо было этого делать. А почему? А, ты тоже умер, господи. Да, а я листаю, где же ты, а надо в другой, в ангаре листать. Я все там же, я в ангаре. Окей, окей, окей. Так. Не играли мы... А, нет, играли на средних танках, мы уже играли. Сейчас, секунду. Ты еще на арте не играл. Я на арте? Да. Ну, так себе. Ну, давайте, хорошо. Сейчас. Нет, ну что тут? Мне сушка больше нравится, так что 8 уровень. Кстати, да, я там предложил... Нет, пока предложений не поступало. Ага. Так, ну я надеюсь, трансляция идет-то хоть. Ой, нас целых 6 человек смотрит, нифига себе. Целых 6? Ой. Представляешь? Ребят, у вас поразительное терпение. Я восхищаюсь вами. Так. Последние из магикан. Сергей Вадимович, вы сейчас здесь? Надо проверить, я правильно ли я написал. Да. Сохранить. Итак. Сейчас. Сейчас все будет. Что за дела? Во! Отцовский капитал. Вот так лучше. Намного. Я сомневаюсь, что из... 8 человек, ты уже, ну, ты зря сомневаешься. Целых 8. Из них ты, вот, то есть все равно 6. Я это 8 левел. Кто-нибудь что-нибудь так сильно накидает. Да ну я, в принципе, не столь сильно нуждаюсь. Ну, могу себе не позволить будет. Вот так вот сливаться транжиом. Это интересно. Ой, что-то там играет абхазское. А, это LiveOx. Это LiveOx. LiveChpox. Угу. Значит, у меня достаточно быстрое КД. И я готов
так сказать. Ну, я налево, наверное, как обычно еду. Уписывать снаряды. Блин, какая жара. Я, у меня просто окна, получается, на запад выходят, и когда вторая половина дня наступает, тебе в окно хреначит солнце, а сейчас это очень жарко. Еще... Очень жарко в Краснодаре. Не дай бог мне туда попасть. Да. Школьник на первом тигре хочет с нами во взвод. Что-что-что? Школьник на первом тигре что? Хочет с нами во взвод. Во взвод? Да. В больших танках? Да. А первый тигр это кто? Это седьмой левел. Это седьмой левел? Тяж. Не шестой. А, да, седьмой. Ну, ну мы можем сделать такой, например, там два боя бесплатно, или там бой бесплатно. Ой, ну ты продажная уже, даже больше, чем я. Нет, я к тому, что если ты не против, то мы на бой на два можем. Ну, так на бой на два и... Да, с самыми трезвыми... участниками нашего немногочисленного сообщества. Да, да. Покатай. Так, да, ну, давай, как... кидай приглашение, я 701 я так же. Да. О, поехали. Эй. Я не ожидал, что он сюда уйдет. Можно, можно. С холодным пивом хорошо и в Краснодаре, и в Якутии. Ну вот в Якутии не знаю. Ну, наверное, да. Ой-ой-ой. Револьвер. Боже мой, замри, дружок. 121 как-то. Ой, а мы на дне, и да? На тебе. Револьверизе. Смотри, 121 у него очень хороший альф. Да, он мне это... присанул 396. А, он уже дал, да? Поздновато. Я оценил, да. Поздновато я тебя предупредил. Фрогмен, не страшно, единственное, что мы без связи, скорее всего, будем, то есть просто во взводе. О, Панзеркранваген 7. Здравствуйте. Так лучше? И поехали. Засранец. Какой смелый. Он вообще меня не боится, ты представляешь? А, Кристиан 1997. О, таки уже 20 почти. Или кому? Уже должен 20. Ну, Кристиан 1997. Ты знаешь, когда приходят ученики, здоровые амбалы, которые 2002 года рождения, я понимаю, что я стар. Слишком стар. Ну, просто для меня 2002 был недавно. Для тебя, наверное, 90-е. Мазафака, посмотри, что там в городе делается. Кронваген. Стой, пожалуйста, сладкий мой. Ой, все для тебя, на каточке. Я сейчас оставил его 3, на каточке. 2. Один. Пошел. Красиво сейчас. Ой, как красиво. 147. 140. Боже мой. Господи, это знаешь ты, такой размах и такой плевок. В твердую часть, к сожалению, я думал... Ёперный театр 121. Могу, ты можешь говорить, как тебя... А как мы говорим? Мы говорим по связи. Похоже, я сейчас сделаю фраг. Нет, нет, я вас обманул. Мы говорим не через игру, а разговариваем... Если через игру будешь говорить, ради бога. Мы разговариваем в стороннем приложении. Ну все, теперь пазик поехал. Да! Сила! По-моему, я затащил этот бой. Я понял, здесь все нормально, а вот там у нас просто печаль. Кого бы мне кинуть и убежать? 49-ка. Сереженька, почему вы не предупреждаете меня, что здесь... А я слежу за Е100. Следит он за Е100. Где этот подонок? Он же сейчас 100% поедет за мной. Я за тобой смотрю. Мы разговариваем через Дискорд, но чтобы добавить тебя в Дискорд, это много времени займет. Да. Так, 49-ка убежал. Хорошо. Он тебя не нашел. Так, Type 4 Heavy. Почему у меня нет этих танков? Type 4 Heavy. Эй, ну... Что за... Ладно, вот этому тогда.
Type 4 Heavy. Запустили. Вошло. Что-то ему вошло. Почему по Дискорду? Связь хорошая, качество неплохое, работает хорошо и не напрягает систему, как сраный скайп. Правильно? Ой, господи, я сейчас повешусь. Воздуха, воздуха! О, вот еще один. Едет храбрец. На тебе. 196. Да, как-то да. Ого, 263, как принял. Я надеялся зашвырнуть ему под днище, но... А, Фрогмена не добавлю в Дискорд, к сожалению. В игре можешь говорить, голосовая связь не отключена. Вот и как мне стрелять? Водолей, привет! Здравствуйте. Наша... Увлекательный, очень увлекательный геймплей. Да, так, теперь я понимаю, почему я пошел в блиц. Медленно, все слишком медленно. Прикинь, не пробил его. Фугасом. Это нормально. Фугасы разрываются на броне. Рассказываю тебе механику работы фугаса. Да, спасибо. Снаряды разрываются на броне и ищут самое слабое место, чтобы осколками пробить. Гибну. Нет, еще нет. По-моему, гибну. Нет. Так. Вау. Вау. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Слушай, тут интересная... Считалочка, да? Ситуация. Через игру? Не знаю. Так, сейчас. Скинь еще раз свой ник. Фрогмен, пожалуйста. Что у тебя такая прям мотивация связи? Ну, черт с ней, ну нет и нет связи. Ты можешь стрим не закрывать. Так. Пригласить. Что, покинуть? Ой, нет, пригласить. Смотрите ли вы Джова? Еще вопрос такой. Кто не смотрит Джова, хотите? Да. Хочется поинтересоваться. Не то чтобы постоянно. Ну, временами, да. И, скажем, как бы так сформулировать? Что вы вкладываете в смысл вопрос? Ой, слушай, хватит выпендриваться. Смотрите ли вы Джова, ты что имеешь в виду, Водолей, сейчас? Знаем ли мы, кто это такой, и смотрим ли... Или просто знаю ли я одного из самых первых и топовых мододелов, как он, стримеров, кто он там... Так, Кристиан, я тебя нашел, но ты не в сети, я не могу тебя пригласить. Заходи. Так, а мы будем играть на каком уровне сейчас с молодым человеком? На седьмом. На седьмом уровне. А на седьмом уровне я предлагаю себе... А он на тяже играет, да? Тогда да, но он пока не в сети, он пока ни на чем не играет. Заходи в игру с телефона. Не знаю, откуда ты там зайдешь. Мы не в блиц играем, если что. Это большой танк, большие братья. С телефона не работает. Ждем. Ну да, но только недолго. Вы уж поймите, правильно. Ты давно зашел, ты у меня не в сети. Мы играем не в блиц, это большие танки, компьютерные танки. Ты вот должен этот, видеть сейчас. Вот этот Фрогмен, мой ник Кристиан 1997. Так я ввел, вот, Кристиан 1997. Все правильно? И в ББ, и в Блиц мой любимый танк, а, это Батшот. А, он у тебя может быть не отмечен, он у тебя не... Поэтому ты и не видишь его в сети, он или нет. Ладно, добавил в просто друзья. Просто кинь приглашение и все, не ты могу. Что, не можешь? А, нет. Надо именно подружиться тогда. Кинул запрос в друзья. То если человек не подтвердил, например, дружбу с тобой, или ты не подтвердил дружбу с ним, то вы друг друга не видите. Накинул запрос, а пока время идет, я смотрю, что у меня в черном списке аж на 53 человека.
который когда-то, видимо, чем-то меня огорчил. И я не поленился добавить их себе в черный список. А Фрогмен начинает нервничать и сквернословить. Ты видишь сейчас, что я, оказывается, принимаю его за глупого? Это не так. Ты можешь посмотреть сейчас ник. Я отправил тебе запрос на добавление в друзья. И... контакты перечислить. Может быть, будет проще, если ты отправишь мне запрос. Нет, тогда мы... Нет, не приглашение, а запрос. В друзья. Я добавлю и приглашу. Я глава взвода. Взвода 7-1. Он ведет трансляцию. Он главный. Вот мой ник. Можешь переписать. А пока мы... Фрог... Ну, в общем, 1-0. Действуй. Ты можешь Нет. пока действовать, а мы можем поиграть пока во что-нибудь. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, да, но если он в танках, то это уже все должно было быть. Я даже... Принял. Есть? Да, есть. Ну, слава богу. Да, добавляю. А, донатил ли я в танки и в другие игры? Я не жрал так, как донатил в эти игры. Поэтому, да, конечно. Ну, за последнее время нет. Человеку, потому, у которого что... есть премиум танки, задавать ему вопрос, донатил ли он выпал. Ну, по-моему. Может, мне выпали там как-нибудь случайно. Ну, тебе выпал только Лоррейн. Вот, между прочим, вы сейчас смотрите, как... Аккаунт человека, который не играет в танки в принципе, но да, Лоррейн как бы есть. На Новый год себе, кто знает, кто не знает, в танках там же был прикол, типа ты покупаешь коробки, и тебе могут выпасть... любые премиум танки, вот, в том числе и Тайп там выпадал, и Лоррейн. И, в общем, этот человек купил себе... Сколько себе купил? 500 рублей 10 ящиков, по-моему. Со второго ящика мне выпал Лоррейн. А со второго ящика ему выпадает Лоррейн. Ну, я купил в общей сложности, по-моему, 30 ящиков себе. Ну да, да, там на полторы. Выпало мне, это как его... Немытая пися мне выпала, в общем. Вот такая приключилась. Итак. Голосовая связь работает. Прием, слышно ли меня? Кристиан, ответь. Прости. У меня, по-моему, отключено. Он подгружается еще. А, тогда нормально. У меня просто не отключена. И я могу себе позволить. Ну, прям, блин, неудачная карта. Мне не нравится. Ты че орал? Ну, чтоб ты ответил, я боялся очень, что ты не зайдешь. Так, ты говоришь, хороший, уже кровь из ушей льется. С моим корпусом я вообще смысла не вижу, а тройки явно поедут на гору. А, да. Кажется, у меня мозги вытекают. Мака. Хотя они не могут вытекать. У него, кажется, мозги вытекают, хотя они не могут вытекать. У кого? У меня? Нет, Кристиан разговаривает, я сделал его очень тихо, потому что у меня у самого уши резать начало. Так, я думаю, у Титана поедете вперед, но я поехал за Ух ты, а ну-ка. Мы пока аккуратненько пытаемся играть, а я вообще на ПТ. И что я здесь забыл, я сам не знаю. Я не знаю, что ты здесь забыл. Болю. Я за кустами постою. Да, окей. Окей. Так, вот я что-то боюсь. Что-то я боюсь, что меня сейчас артиллерия всхлопнет. Вскроет конвертик. Я ж не терминатор, как вы. Мы тоже не терминаторы, либо мы очень трухлявые. Такс. Блин, я прям даже не знаю. Ой, ты назад уехал. Разъезд у нас... Представляешь, сейчас все эти бараны будут вот так стоять в горе. Так, еще раз скажи, а то вы вдвоем говорите. Да, да. Я говорю, представляешь, сейчас все эти бараны стоят. Алло, какие бараны? Где? Вот эти, горные бараны. Вот. Они же там сейчас не будут рашить, они сейчас там будут стоять и ждать, что под них будут выезжать. Ага, сейчас. Не та игра. Да. Кристиан, Зелень. Это не мой друг, ну это не только мой друг, но и мой брат еще, да, имею в виду. Мы пока аккуратненько играем, потому что карта открытая, я вообще на ПТ, ждем, выжидаем, отстреливаемся по возможности. Я... Вы разделе живете, да?
Что-то я чувствую. А, нет, хотя раздельно должны жить. Че такие глупые? Да что-то здесь не то. Кристиан обладает удивительно. Он тебе родной брат или какой-нибудь там двоюродный, троюродный? Чем-то родной. Брат, родной. Ой, скажи, пожалуйста, да. Включить вот этот голосовой... Настройки, звук. Так. И голосовая связь, галочку поставь и сделай его на полтинник, тогда будет нормально. Включить голосовую связь. Громкость голоса игроков полтинник. Там 29-й что ли сток, да? Он... Слышишь его теперь? Да, слышал, что что-то очень громко. 29-ка сток. На полтинник его сделай, будет нормально. Я сделал на 50. И все равно громко, можешь сделать тише. Да, я там сделаю сейчас потише. Поднастроишь. Ой, молодой человек. Короче, нам только дефиц. Нам встать на прием. Кью, единственное, надо будет тебе нажимать, чтобы с ним поговорить. Кнопочка. А, понял. Ну... Просто на будущее. У Е25 какая-то перезарядка какая? А, у Е25 2.5. 2.5 секунды. Охо, не попал. Вот понятно, почему мне такие клапы постоянно дают. Надо. Ай-яй-яй. По 400 урона пока перезаряжаю. Изучает этих танков, чтобы классно нагибать. Кристиан, ты нормально за мной? Пойдет. Тут прострел есть как раз. Что-то вообще мне ничего не слышно. Теперь. Ну, выбирай. Пишут, ха-ха-ха, смешная школота. Да ладно, ну, молод просто парень еще. Че вы этот самый пристали? Да. Я не уверен, но я, кажется, по Т-40 не попал. Ну, я понял, ты блайн туда кинул. Увлекательный геймплей. Как можно вот это стримить каждый день? Я бы помер. Нет, ты понимаешь, тут в чем дело? Ты... вот этот парень. Блин, вот везучий засранец. Два раза я стреляю, и два раза летит. Хотя 29-ка с хорошей точностью говорит. Так. Я прям такой хороший прострел. Пишут, молот, давай, горячий. Давай. Тогда стой там и отстреливай. Ой, ты что говоришь ты прям как из космоса. Ну, в комментариях пишут, молот, горячий паренек. Да. Все мы были молодые. Короче, мне надоело. Туда не ехать, да, поехали. Хотя бы с тобой поехал твой брат. Угу. Джеронимо, сейчас крутить. Просто надоело стоять, я думаю, надо просто катиться и что-то делать. Ну, и умереть. Просто потому что скучно. Так, куда? Налево, направо, а куда врываемся? Не-не-не, тормози, ты один выйдешь, ты сейчас... Опять, убежал. Ты сейчас соберешь там со всех. А что за больше копить? Смотри, а просто... А у меня физика разрушения плохо работает? Серега, по наджиде вот так, идем. Бортами я точно не смогу танковать, я тут не потанкую, а тухо, точнее. Мы едем не танковать, мы едем умирать! Ох ты ж, сволочи, сбили мне гусеницы. Я не говорю, что я не говорю, что вы будете толкать. Толкаю, давай, толкаю. Не танкуй. У меня борты вообще слабы, у меня не вообще миллиметр вообще такая... Нет миллиметров в бортах, да, мы поняли. Короче, у меня там по 2 миллиметра по бортам. Ну не по 2, там, Ух ты, просто пролетела сквозь текстуру, прикинь. Вы меня бросили, меня зажали, хотя я сам виноват, с вами не поехал. Я труп. А я жив. Я поехал на остров, я буду там жить, построю дом и... не знаю. Так. Ну шо, за артой? В жопу береги, Кристиан, там вазик. Все, за артой поехал, я ничего не знаю. Вот так вот, ага. Да. Да что под себя крутило? Скорей! Уху! Ох, вот это тебе везет. Ну чинись, гусеница родная.
Вот это... Да блин! Гребаный... Кто там? Вы там... ВЗ. А кто тебе густую сбил? Арта, что ли? ВЗ. ВАЗа ему сбивает. ПТ-шка уже второй раз. Чтоб тебя крутило! А, блин, я оттуда ж не успел добить. Да. Зато как влетел, как влетел. Короче, этот... На семерочках не очень. Кристиан, еще один бой. А, у меня и почему что-то. А, у тебя есть. Кристиан, да. Еще есть какие-нибудь у тебя танки? Можно еще один бой катануть и. У меня был бы еще этот Тигр 2, но этот серебра не хватает до него. Ну, короче, у тебя только получается вот этот один танк, да? Да. Ну, тогда бей. Шестой уровень есть. Вот ну, давайте на шестерочках. Все, последний бой, да? Да, вот этот катер. Ну, КВ-2 надо повторить, но более разумно. Вы были, а ты остался? Алло, что вы там говорили про что-то последнее, что-то... Сейчас боёчек скатаем, и мы продолжим парами, парой, а тебя поблагодарим, конечно. Давай, нагнём и покажем, как надо играть в эту игру. Там ещё кто-то в очереди, да, там стоит? Нет очереди. Нет, никто в очереди не стоит, просто хотим вместе покатать. Вдруг мы всё ещё сыгранные. Хотя, не знаю. Слышал? Блин, опять два какахомета. Ты чипсонами закусываешь что-то, нет? Я? Да. Нет, ничего не закусываю вообще. Я вообще не ем. А, как будто ешь. То есть ты намекаешь, что у меня что-то во рту? Ну да. Я так говорю? Да, как будто застряло что-то. Зубочистка. Там еще кто-то в очереди стоит, да? Нет, в очереди никого нет, просто хотим вместе вспомнить былое, вдруг мы еще сыгранные покатать. А, на десятках, на девятках, да? Ну, это, разумеется, разумеется. Блин, теперь придется играть на десятках и девятках. Нет, ну, все время играть на одном уровне. Столько голды этому парню, да, согласен. Так. Ну, я вот здесь встану между двух сисечек. Ой, вот тебе все бы встал между двух сисечек. Ты представляешь, да. О чем я подумал? Я не знаю, кто о чем подумал, а я встану. Вы хоть хорошо шоты даете на КВ-2? Конечно, нет. Ну, у одного звезда есть, а у второго есть хотя бы? А, да, справа нарисованная такая на танке. Ничего симпатичного. Ну, у меня тоже Воу. Есть. Не, на стволе нету ничего. Ну, на стволе у твоего брата зато есть. Значит, у тебя есть профи звезда? На КВ-2. Хотя ему нужно 3 звезды, чтобы быть профи. Сам сказал, сам ответил. Сойдет. Одна звезда ему пойдет. Ну, значит, он лучше на КВ-2 играет, потому что ты, наверное, не играешь. Я просто давно я играю просто чаще. И лучше не подпирай меня, видишь, у меня хп нет, так что по возможности прикрой. Че, тебя арта засрала? АРЛ и СТРВ меня засрали. Судьбинушку мою. ИС-2. Он сведенный, неразряженный. Тебя сейчас щелкнут, он... не ходи туда. Разве он неразряженный? Неразряженный. Я же ему дал и... Он отвернулся. А это отличный повод для веселья. Вот так вот! Красота! Вот такой, как советский солдат погиб. Ой, ты уже, чё ты быстренько, зря вылазил, слишком сильно ты вылез, пока еще рано. Зато я добил этого лягушатника. А КБ, что такое КБ, командные бои? Да, все равно как бы этот последний бой. Спасибо тебе за игру. Ага, давай. До свидания, хотя я вас сейчас на давай, пока. Посмотреть, как... Ага, давай, удачи. Я буду на ютубе смотреть, как вы будете нагибать на десятках или девятках.
Мы постараемся оправдать твои ожидания. Ты по СТРВ работал? Че, попал? Нет, это не попал. Твой брат спрашивает. Да, ой, блин, жалко, да? Ой, там должно было красиво попасть. Да. Сладенько достаточно. Кстати, трассеры прикольно выглядят. Смотри, снаряд прям там закручивается. Да я под артой немножко стою. Все под артой. Ешка в жопе, ешка в жопе. Я, ну, я все равно был на КД. Сейчас, наверное, тебе башню погнут, если там ПТ-шки стоят впереди. Так, а ты тут как? Живой еще? О, ешка. Да, она может попасть, но она тебя не видит. А-а-а, блин! Пипец, вот она это, весь смысл этой игры. Я знал, что он будет обходить. Я развернул туда башню. Я специально на него свелся выше. Вот я поэтому и в Блиц не играю, и, ну, немножко как-то расстроился, потому что игра, в которой очень многое зависит от рандома, а не от тебя. Ну как можно в ней побеждать, если 50% успеха это рандом, это давай, везение. Давай, я ушел смотреть вас, как вы нагибаете на десятках. Давай, давай, удачи. Спасибо. Так. Итак. Ну что, из 4? Я на семерке. Я в ИСе четвертом разочаровался. А, на семерке? А, хорошо, давай. Я даже экипаж... Я думал на седьмую левел. Пока четверку не апнут или как-то не заменят... Я тебе еще покажу, играю, как на ней играть, они ее еще и понерфят. Они еще и понерфят, да? Угу. Рандом мне здесь очень нравится сейчас, прям симпатично. Ну, три десяточки, девяточки, восьмерочки. Это единичные случаи, я вообще не знаю, как попадаем и семерками взводом попадает. Я если сам играю, на восьмерках всегда почти с восьмерками. Ну, это самый лучший вариант. Или туда, с девятками, с десятками. На десятках захожу с десятками, но иногда с девятками. Это вот сегодня какой-то прям... Подозрительный день. Да, подозрительная какая-то. Слушай, ну, кстати, вроде бы трансляция получше идет. Прям поприятней. Так, Бору бесполезно. Поехали налево. Вот сюда. Все тебе налево. Ну поехали. О, ну, это она... огромный гробокопатель. Классная штука. Какой гробокопатель? А, видишь, ну, да, слева вдалеке. Все красиво. А просто вот такой, вот такая приспособа, она действительно существует. Он, конечно, там чуть ли не как здание размером, конечно, вот эта штука. Конечно. Я вообще в шоке, прикинь, да? Ты забрелишь такую. Смотри, такую бульдог сейчас нам будет переезд просвечивать. Так что можно остановиться и подсвистеть. Ух, засранец. Везучий засранец. Успел убежать. О, а, уже там стреляет. Кто-то КД? Да, я засветился. Ой-ой-ой. Вот, спасибо. Да. Так. Кого там щелкнули? Так, пока что 10, да? Руслан обсуждает КВ-2. КВ-2 классный танк, но он ситуативный очень, и это нестабильный нагиб. Это просто фан веселья, он очень веселый, если ты, ну, дождешься вот КД. Из таких машин 49-ка, у меня КВ-2, у меня Су-85. Ой, Су-85, этот, Исушка. Ой, не Исушка, просто Сушка. А что ты? Вячеслав пришел, нагибайте. Нагибаем! Так точно. Ох! Мамочки, что там, 50-100, что там еще? 50-100. Аккуратно, пардон, там 705-й у него. Ой-ой, а и тут он вообще... вкатывает. Почему у меня 17 FPS? Что стало с этой игрой? Осторожно, 705-й. Сейчас пососешь от него. Не он пососет. Напугался? Нет, я не попал. У меня 17 FPS и не растет. О, стабилизируется. Ну где же наши? Оля, пардон, бегу назад, сорян. Нас тут слишком много, тесно. Кстати, мы играем 4 в 3, может поедем? Плюс у них сейчас, шота надо, нет. Надо щелкнуть вот этого, о, товарища. Я поехал. Я вкатываю. Ты налево за камень вкатываешь? Нет. Т-28 на пока который меня поставил. Пока надо просто подойти сюда. Стой. Давай сделаем так. Ты налево, я направо. Да, я его приму. Я гуслями разведу.
Давай. Если о, вдруг... стой, и, давай постоим, я семку. Семка, о, о, вот это ты семку сильно да, развил. А там еще Т-28 стоит. Да, я осознал. Прячется. Ай, ну, учинись, твою мать, гусля. А, ремка на КД? Ремка на КД, все. Я отыграл. Да, понял. Я отыграл. Зря. Зря. Ну ты сильно выкатил. Да я выкатил, чтобы 7 кидать, я ему и дал. Но там Т-28, видишь, и сейчас стали такие умные люди, обновляют гусеницы. Прям вообще. Предлагают жизненную историю мне. Хочу, давай. Слушай, ну я, конечно, танкую, но, блин, спустите меня с катка уже. А твою мать. Вот, вот видишь? О, 705-й. Развлекайтесь. Так, посмотрю, может быть там какая-то активность. А, давай. Ничего мы не слили. Люди пишут, что мы все слили. Ну, да. Ничего мы не слили, я сейчас всех победю. Блядь, загнил полностью. Господи, что стало? Почему 15 FPS? Что с игрой? Что с компьютером, господа? Что за дерьмо? Ты бы это видел? Это что за кал? У меня рендер, качество рендера упало настолько... И 10 FPS и падает. Компьютер на взлет! Ну что там творится такое страшное? Ох ты сейчас, уф, вот это да тебе я... повезло. Блин, да не повезло, я просто мастерский танк прикопался. Охренеть, Т-28 стоит, и это что-то безобразие. Смотри, семка тебе слева зайти. Он не проедет из-за тебя. Да, видишь, я как тебе помог. О, каточек! Видал альфа у человека? Да, сильно. Это новые тяжи, да, вроде как? Да. А тебе, кстати, там не упало тяжика? В смысле? Блин, а ты же говорил, там С8. Это бесполезно, только НЛД. Да, НЛД, я просто в стык попал. Слушайте, вы изверги, блин, чё прикопались? А, не успел. Слушай, у меня 14 FPS. Что за дерьмище? Что происходит? Почему игра? Я тебе скажу, что происходит. Выкатили графику, которая никак, абсолютно никак не повлияла на... И на твое железо. Слушай, еще один специалист. О, я получил звездочку нашивку. На ИСе? Да. Странно. А, так, еще один эксперт по графике. А, так, Показываю. Говорит, настройки графики понизить надо срочно. А, показываю. Пониженные настройки графики. Показал. Видно, да? А, разрешение. Играю 1600 на 900. Это даже не Full HD. Внимание. И слушаю еще рекомендации. Предлагаю еще раз. Вот такая машина, на которой я пока что не могу играть. У меня на ней 0% побед. А, да, что-то такое бывало. 140-й у меня, по-моему, было. Слушай, ну я бата беру, у меня больше ничего. Да. Так. Ну, компьютер горячий, ну, в пределах разумного, я подозреваю. Там подставить под него что-нибудь. Ну, сейчас я не знаю, ну, книжечки подставлю какие-нибудь. Гребаное лето. В Питер уехал, и тут жара все равно. Застала тебя все-таки жара, да? Угу. Чтоб он скрутил. Так, что мы ставим? Книжку по психологии или книжку по написанию сценариев? Что мы подкладываем? Психология. По психологии. Хорошо. Она разговаривает по телефону, пойму. Я отойду ненадолго. А, давай. Так, ребята, перерывчик устроим, я пока тут организую. Вот так вот. Так. Это же жесть. Ребята, первый раз такое.
SD. Ребят, у меня SD клиент. Единственное, что включено, это улучшенная графика. И все. И прикол в том, что когда я играю без стрима, нормально. И сама игра идет более-менее нормально, обычно. Но в какие-то удивительные моменты случаются просадки. И просадки либо из-за OBS, либо... Вот это сейчас вообще первый раз такое было. Я вообще в шоке. Вы только серебро сливаете на 10 уровнях? Да у меня его так и так нет. Сливать ничего. Так точно. Все поднял, должен дуть. Так, нужен мне новый компьютер. Тысяч так за 200. Вообще было бы классно. Вот я сейчас хочу 430. Пипец, там броня, альфа. Все хорошо, ну, правда, печальная боеукладка, как обычно. Так, а что же... Что же делать, а? Битрейт стоит 5000, это небольшой битрейт, и дело не в интернете. У меня интернет от 60 до 100, то есть я в 60 тысяч могу поставить, и я буду нормально стримить. Я бы с удовольствием через мост вкатил бы. Через мост? Слушай, что за арабский мотив? Грузинский, я бы, наверное, даже сказал. Прот, скорая 7, 67, 2.0 HQ, это не низковольтажный, нормальный процессор ноутбучный. А возможно он... Ой, спасибо. Ты знал, что для стримов важен процессор? Кто важен? Процессор. Процессор? Да. Представляешь, вот мне подсказывают. Нет. В чатике. Я думал, что процессор чисто, чтобы место занимать. А, да. Я думал, что самое главное видеокарта и все. Зачем процессор? Вообще не понимаю, о чем вы говорите. Ой-ой-ой, мы здесь одни. А, ну 263 нас поддержит. Ты только влево уходи, чтобы кто за камушек успеет спрятаться. Братан, я тебя на убой, короче, загнал. А я приманка. Приманка, ах. Ну, охерительная, съедобная, приятная приманка. Я почти скоро на КД буду. Вот теперь на КД. Очуметь. Сколько здесь танков было. Как ты умер? 4 танка здесь было. Вот это да. Так, вот. пожалуй, это я хочу. Ты не упадешь насмерть. Насмерть упал. Ты бы все равно разбился бы. Там почему? Сейчас сделали. Не проскочит. Охренеть. Да? Видишь, единственное, что мне нравится, это стабильность. Я стабильно узнаю очень много. И что стабильно туда еду. Даже если я стараюсь сделать наоборот, все равно не буду. Так, тогда предлагаю четверках. Да, я знаю, что на ноуте стримить не самая удачная затея, но другого компьютера у меня нет. И денег на новый у меня тоже нет. Поэтому вариант такой, что вариантов нет. А поиграть хочется. И пообщаться хочется. Изыскиваем внутренние резервы. И большое вам спасибо за страдания, которые вы испытываете, глядя на этот ужас. Можете выключить и просто слушать. Можете задавать какие-то вопросы. Что-то интересное. Например, для чего мы поступили так, а не так? И мы будем давать статистическую выкладку какой-нибудь, а может быть еще и тактическую, если она будет. Так, я хочу делать злые и нехорошие вещи. Но для того, чтобы их делать... А, это прикольная карта. Для того, чтобы их делать, мне нужна будет какая-то... Что мне? Что-то удача мне будет. Я пойду направо в замок. Вот сюда. Когда я развалю тех, кто будет вот здесь и вот здесь, я прокачусь вот сюда. А могу я посмотреть на это? Легко. Отцовский капитал – это капитал, который мы полностью перешлем моему братюне Олегу. У него маленькая дочка и собирается быть пополнение. Правда, мужское или женское пока неизвестно, но тем не менее. И на, в общем-то, подгузники, как минимум, на вещи первой необходимости –
для воспитания, поддержания морального и боевого духа, конечно. Ну и на покушать временами хотелось бы еще, да. Да, хочется покушать. Вот. Поэтому кто за, кто готов, у кого есть возможность, все отправлю Олегу, отчитаюсь. Но имейте в виду, мы вас к чему не склоняем. Мы вас да. ни в чем не уговариваем. Мы вас это аккуратненько просто... сгибаем. Мы не склоняем. И ехали, медведь. Раз, четыре танка там. Четыре. Значит, вкатывать в замок я не буду. Это бесполезно. Как у тебя быстро планы корректируются? А я ты видишь, что там четыре танка? И что? Два в четыре вполне. Поехали. Да, но ты учти... Оп, ты учти, что там рушки всякие, ПТшки. Не надо. Не этот СУ-100 в лоб очень бронированная сейчас. Сразу можешь на нее голду заряжать. Вот надо. На СУ-101? Она что, бронирована? Да, ее сейчас залатали, сделали бронированную. Так, ну. Нашим пробитием в 2015 мы ее навряд ли бэхами пробьем. А, кстати, жаба пишет, что лагает, когда на тяжах за камнями стоишь, играй на СТЛТ. Ладно. Нехер за камнями прятаться, да, короче? Ну да. А канал просто по блицу, и он видит Стоялова, и сразу это... Нет, что-то не то, диссонанс. Так, ладно. Слушай, ну я ладно, вообще не думаю, ладно, что нам ты... надо уезжать отсюда. А? Я не думаю, что... О, вы слышали? Не думаю, что нам смотри, надо уезжать. Опа, смотри, смотри, сушка. Да, вижу. Сушка. Что, будет выкатывать? Если выкатит наверное... бортицом, вообще будет красиво. Ты на нее? Да, я сейчас попытаюсь оттанкануть. Не пробил. Он КД? Так, да, КД, голду заряжаю и врываюсь. 438, следующий твой от сушки. Давай. Дал. Ах, неудачно ты отъезжаешь, когда я говорю твой, я имел в виду, что ты будешь меня прикрывать. А какого-нибудь адреналина не завезли в эту игру? Нет, не завезли. Обидно. Таранить надо. Доберу, успокойся. Так, ты живой? Цел? Да. Орел? На Епися поехал, смотри. Говорить об этом надо было. Я нет, в другой я не стороне. Поехал, он на меня выходит. Гуслёв, нави. Секунду, не могу. Дал, словил от него 315. Шкода, три снаряда у него. Осознал. Так, я на голде. Все, мы их испугали. Мы перезаряжаюсь их испугали. На ББ 4 секунды. Я надо не думаю, откатиться. Что надо откатываться отсюда. Из 3 сейчас подойдет. Справа Шкода. Да, вижу, за тобой. Раз, два. Ну прикрой ты, ёпти! Прикрой, ты видишь, тут в жопе Епись. Давай Епись, а у него меньше хп. Таран. А, не, таран нет. Же не работает. Епись меня добрал. Да, плохой с тебя прикрыватель. Да ну, ёб твою мать, как же мне тебя скота такого... Слушай, а как он меня пробивал и в борта, и во все места? У него места, очень и... хороший пробой. Не, ну парень сильный. Не, ну мы достойно. Да, достойно сопротивлялись. Хотя мы сделали. Один к одному, в принципе, разменялись. Ну и половинку Шкоды еще там наковыряли. Не сильно, надо но... Было, надо было сразу включить голду на су. Поверил в себя слишком. Сколько у меня процентов побед? Здесь лучше не знать. Мало. Нет, ну процент побед вы, пожалуйста, это не... Ты пропадаешь время от времени. Да и ты тоже. У тебя есть еще девятки? Да, сейчас я гляну только какие. Что-то. Ну, арта есть и 90-ик. Бери 90-ика? Так. 2 в 4 вполне цитаты великих людей. Артём, спасибо большое, кстати, за удачный стрим. Надеемся. А, это цитаты танкистов из Блица. Ты жаба поправил. Ну да, наверное. Там просто в блице такое работает. 2.49-ки. Офигеть, 4 светляка. Мне из них нужно убить двоих. Интересуется Петр. Отличный комментарий. Привет, как дела? Давно тебя не было. Что за петух озвучивал турниры? Ну вот какого-то... Ну, в общем, нашли молодого человека. Для турнира. Нет, вы зачем вы начал человека? Человек вполне возможно был ну из серии, как это? Бесплатный, как их называют? А шлюха. Который за славу. А девушка легкого поведения.
Да нет. Древние профессии. А, волонтер, волонтер. Да, да, да. Нет, так я же тоже делал бесплатно, но просто я сказал, что больше этого не повторится, и они расстроились. Ой, подожди, я что-то потерялся, а куда я еду? Ой, я еду правильно. Ой-ой-ой, зря. А что с этой картой здесь? Что это за карта вообще? Это Франция? Ты, убегай отсюда, сюда сейчас приедут тяжи, и нам здесь будет... А что это за карта? Куда ехать? Это Париж. Ну, Франция. Ты не узнаешь? В гриме не очень. Так, ты светляк. Тебе вообще здесь делать нечего. Уходим. Семерка АФК, ВКшка. Нет, проснулся семерка. Mm-hmm. Надо ждать. Надо ждать. Я даже знаю, где я буду. Я вот так сейчас встану. Там киберспорт. Там как раз дверь, и я схожу туда. Пописать, да? Окей. Петр, отвечая на твой вопрос, Артик стрим комментировал, потому что разработчики так захотели. У нас, повторюсь всем новоприбывшим, я и канал BlitzFan больше не сотрудничаю с разработчиками вообще ни в каком виде. Причины разные, ну, разногласия некоторые были, и в связи с этим на комментирование финала послали некоего Артика, Артура. Он, на самом деле, не так плохо комментирует, но... на мой вкус пока еще недостаточно хорошо, я бы так сказал. Но это лишь я хорошо получаю снаряды в лицо. Могу предвзято на это смотреть. Как вот, я понял, за время моего отсутствия Да, произошло нечто удивительное. А как это случилось? А я решил помочь нашим ребятам, и меня на противоходе 49-ка в борт поймала на фул. Что вы чувствуете после этого? Я чувствовал, как у меня встает от массажа простаты. Это или это было слишком тонко? Или толсто слишком? Я не знаю, было ли тебе этот каят. Что? Был ли? Я не в курсе твоих возможностей, поэтому я не знаю, толсто тебе это или тонко. Я как бы не специалист. Ну, засунули мне хорошо, и я... Ой, Олег Владимирович, что вы делаете? Что вы делаете, дурачок? На Е25 скатать? Скатаем на Е25, ну попозже. На Е25, да, скатаем, ну как же. Блядь. Ты что сказал? У тебя дочь маленькая, мы собираем отцовский капитал, а ты? Ну, пытаемся собирать. Так, хотел выцелить лючок, стреляю, вешка под выстрел мне вкатил. Так, что же делать? Батшат, да? Батшат и наш 90-ка, а батшат что, вкатывает? Че, дурак что ли? Сейчас батшат будет получать от 34-х в борт, смотри. Красиво. Слушай, ну я книжечки подложил, кажись, литература спасает. Полезно ли? Впереди ПТ. Хорош. Слушай, ты на Шкоде прям сильный. Справа ПТ, ЛТТБ. Ой, ЛТ. Да. Ах ты ж гад. Короче, решил помочь и, ну так, не совсем. Теперь даже не знаю, как отсюда уходить. Бывает. Я не ожидал, что... Ну вот я так же выкатил, ну правда не сюда на поле, а ну, на открытую местность. И... получил. А, Жаба, спасибо большое за твой отзыв. Ну... просто я за свои комментирования хочу некого финансового поощрения, а разработчики хотят бесплатно. Когда новый видос? Ребят, пока точно не могу сказать. Сейчас конец года, в школе экзамены. Ну, я преподаватель для тех, кто не в курсе. Да. И сейчас пока нет особого времени, чтобы это все делать. Хочет, верно. Но они будут. И будут танковые видео. Вот так вот. Вот так вот. Аймакс поверил в себя и неудачно. Ну да. А с Wargaming'ом, компания, которая Blitz делает, можно сотрудничать? Да, можно. Ну, если вы делаете нормальный контент, можно.
Но условия этого сотрудничества для меня стали неприемлемыми. А, к сожалению, обсудить их у нас не представилось лучше. Так что было решено приостановить. А там посмотрим. Жаба, ЛБН в силе. Прости, что я так отвечаю на комментарии всем. Сейчас, я к тебе вернусь обязательно. Но только функцию реплей, в которую введут, кастрированная будет. Реплей нельзя будет передавать, нельзя будет ничего с ними делать. Ты просто сможешь постфактум пересмотреть свой бой. Но тебе нужно будет файл достать нельзя. Эх, кальпа не прошла у меня, ты представляешь, как неудачно. Ну ничего, живешь пока, нормально. То есть передавать файл нельзя, это все равно нужно будет записывать с экрана мобильного устройства. А программ для записи как не было, так и нет. Поэтому какая разница? Ой, это, товарищи, это обратите внимание, я на Колобанов. А мы следим, следим. Тогда тебе надо убить своего союзника. Не-не-не, а ему сейчас помогут. Мне сейчас надо поймать ЛТТБшку до того, как она поймает меня. Ух, какие они там все фуловые, как мне это не нравится. Что бы сделать, как бы мне с ними не столкнуться. Фрин of Play, если я правильно прочитал, надеюсь. Да, это ребеночек брата Полина. А ничего, что спалил имя, не страшно? Конечно. Так, я очень надеюсь, что ЛТТБшка в лоб на меня не будет парла. И что надежда, мой компас с землей, шотных людей, а удача награда за решит стать на захват. А пересни. Чтобы я мог хотя бы чуть-чуть. Блин, ты посмотри, да, но не становится на захват, ты понимаешь? Free of Play, ты можешь пошутить, что я школьник, потому что, по сути, учителя это вечные школьники и вечные студенты. Если мы не будем развиваться и идти в ногу со временем со своими учениками, скоро мы все очень сильно устареем. Поэтому, да, можно и так сказать. Век живи, век учись. О! Полезные советы на канале Блицфан. Да. Жизнь. Научил жизни. Ты представляешь, никто не становится на захват. Слушай, какие, блин, умные. Хотят добить, понимаешь? О, так. Па-бам. А ты прям аккуратненько, да, так этот кнопочку W так? Скиловичок. Так, главное сейчас сразу найти шотного. Как ты это делаешь? Р. А. Крадучись, крадучись. Шепот. Нормально. Между прочим, я из-за двух кустов выезжаю, ну, чтобы вы видели дерево и куст. Медленно. И я как бы СТ-шка с хорошим обзором. Я его даже не засветил. По вам. Игра не про это. Видимо, он с маскировкой, с рогами и там совсем на свете. Ага. Ой, сейчас чихну. Ох. Не врал. О, господи, ваше здоровье. Пардон, прошу прощения. Так, раз уж у нас идет такое чудесное время. А, там просили на Е25, да? Да, поехали. Легко. Подписаться на канал, вы что, ребята? Я своих учеников люблю, я такого дерьма им не пожелаю. Да и молоды они еще для этого. Я готов. Поехали. Вообще, вот как сказать, Е25 для меня это такая машина, которую я у меня не понимаешь до конца. У меня не получается на них. Я когда вижу, как люди, что на ней творят другие люди, как они крутят легкие танки безбашенные, сбивают в них стрелять, а легкие танки не успевают стрелять. Я, кстати, знаю, почему ты пропадаешь. Мы после этого боя сделаем одну штуку, будешь красиво звучать. Хорошо. Вот. И когда я пытаюсь сделать что-нибудь подобное, получается, в лучшем случае не попал, не
там есть попадание. Ну ты как слон в посудной лавке, короче, они балерины, а ты слон. Либо просто пока я кручу его, меня, и я умираю без. Вот. Ну давай попробуем аккуратненько на средний-дальний поиграть, а там посмотрим. Ну, можно попробовать. Или ты хочешь повеселиться? Вообще хочу повеселиться и в лес. Хочу поехать в лес. Но не прям. О, туда. Господи! Фу, ты что случилось? Там что-то упало? Да. Я чуть в штаны не наложил. У дочки игрушка. Это что, чугунные шарики у нее игрушка? Нет, деревянный шарик. Верхушка пирамидки. Я по старинке детей воспитываю. Детство тяжелое, игрушки деревянные. Тоже тяжелая? Да. А на полу ламинат. Поэтому деревяшка падает, она круглая, катится. Так. Какой предмет преподаю? Уроки жизни! Я стою пока что вот здесь. Я хочу посмотреть. Хорошо. То есть я иду организовывать твое веселье. Нет, ты вообще-то можешь туда не идти. А вот я вот так встану и хорошо. Есть люди, которые туда могут пойти. Какой предмет преподаю? Я преподаю классическую гитару в музыкальной школе. Пение и танцы он преподает. Вечерний звон. Бом. Бом. Вечер. Ой, блин. Ой, да. Музыкальная страничка. Да. Вообще, кстати, ВКонтакте у меня на странице, вы можете чекнуть, там есть видеозаписи, где я играю. Сколько здесь наших людей, которые ждут, что мы сейчас поедем. Сейчас, кстати, очень умные люди, они не упарываются, они ждут, пока упоришься. И в итоге мы все стоим и ждем. Что значит быть умным человеком? По-моему, киберспортивно. Т-44-100 хочу. Борта у него не хорошие. Я думаю, шевелиться, потому что там мы спали. Все. Так, арта. Вот арта мне больше нравится. О, да как вы так убиваете их? Только сведусь, они уже их убили. Та-да-дам, пам-пам-пам. Что происходит? Ну, я ворвался там весело всем. Так, мне. Я переключаюсь на голду, потому что я вижу, что здесь большие люди. Раз, два, три, пять, шесть. Шесть танков там. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Значит, здесь еще арта и еще две ПТ. О, тоже, видите, вокал подрастающий. Солистка оперного театра, большого, очень большого театра. Очень большого и очень оперного. Да. Кстати, а вы не думали вообще о будущем далеком? Или сама выберет, пускай? Пока выберет сама, смотрим. Предрасположенности, так сказать. Так, надо зачистить арту, если она, конечно, здесь. Я тут что-то какой-то засвет дал, вроде. Но пока это не точно. Слушай, карта красивая, даже на минимал. Карта красивая. Опа, а вот и он. Вот это не попадание мое было. Видите, как оно. КВ-2. Я стрелять не буду. Ты хочешь узнать, как я это сделаю? Так, ко мне тут много ребят едет. Ай, нет, сам кавер! Посадите! Ко-ко-ко-ко-ко! Бежать. Бегу. Только бежать. Бегу. Нашу калинку. Ой, а как там? Пусть проигрывает 10 секунд, проигрывает. Яблони, груши. Там, на слов не знаю, правда. Там, еще там туманы над рекой. Ах ты жопа! Вот, видишь, что происходит? На высокий. Что происходит? Берег на крутой. Прячемся. Оп. Ой, танкую. Я не буду прятаться, я уеду. Здесь нет смысла прятаться, они будут сейчас атаковать. О, наша база. Бегу. И на базу. А я успею добежать до базы? Попробуй. В чем вопрос? Я все-таки надеялся, что хоть кто-то туда пойдет. А я вообще что-то прозевал. Нет, я видел, что база в захвате, я даже не буду ничего делать.
5 секунд, я не успеваю. Вот это меня бесит. Какого хера я на ПТшке должен, блин, бежать из... Я не могу понять. У нас средние танки. Чё за... Ты пропадаешь, как будто ты там матюкаться сейчас собираешься. Да. Я не делал этого, но очень. Угу. Ну, увы. А, да, ссылку, что, кстати, скинули, спасибо. Мы должны были сделать, чтобы... Чтобы там... Так, сейчас тебе с микрофоном подскажу. В Дискорде заходи. Куда? Смотри, видишь шестеренка? Вот завершить звонок, а справа да, настройки. Голос и видео. Голос и видео? Подожди, в Дискорд надо зайти, да? Да, в Дискорд. Вот тогда еще раз. Вот я. Шестеренка. А где она находится? Видишь, завершить звонок, кнопочка красная. А, все, нашел. Да. Там голос и видео. Голос и видео есть. Громкость и... микрофона. Нужна. Вот, а там автоматически определять чувствительность микрофона, видишь? Да, отключить. Отключай и ставь минус 80 дБ. А она не хочет отключать? Надо. Ты сможешь. Оп. Получилось? Минус 80 ставь, я пока тебя не слышу. Есть, минус 80. Все. А теперь, когда ты будешь говорить, шума будет не слышно, но даже любой твой вздох я буду слышать нормально. Так просто. А автоматически... Сохранить, подтвердить не нет, надо? Нет, все, закрывай крестик сверху. Но только не весь крестик, а там круглый крестик такой, в круге. Ну, поздно. Да все работает, все в порядке. Работает? Да, слава богу. Так, надо текст найти. Калинки. Какой текст? Текст Калинки. Заказ музыки. Так, музыка на заказ стоит денег, ребята. Что за дела? Музыку они хотят, а оплатить не хотят. Что, так, под картошку косите? Что-нибудь, что-нибудь берите, шестой уровень. Я сейчас буду делать грязь. Дикермакс сделал. Легко. Купил, когда мне послали голду не в блиц, а сюда. По МСК, да, по МСК стримлю, конечно. О, у нас три человека целых смотрят. Что я обычно делаю, когда играю на ВК? Я не знаю. Я упарываюсь. А еще у меня выкачан мастер тарана. Поэтому, если какой-нибудь МТ-25 решает, что он сейчас меня победит на ДПМе, я его просто побеждаю тараном. На все ХП. Угу. Ну, ему давай. Очень обидно в этот момент становится обычно. Давай тогда сейчас попробуем. Ты вот сюда на полочку становись. Да, окей. Наверх прям заехал, да? Да-да-да. Там чудесные кустики, и ты вот этих ребят вот здесь, которые вылазят, замечательно простреливаешь. Плюс, если кто-то по полю вот в этих квадратах есть, если тебе хватает обзора, ну, дальности, ты тоже это все можешь. Окей, но я медленнее. Там, понятно, надо маневрировать, но все равно. Да, разберемся. Сейчас кто-нибудь будет залетать сюда, 100%. Поэтому... Я пока еще не на позиции. Вон, видишь, вот там ИС. Так, ну вот она, в общем-то, полочка. Кустов только тут не так много, как я рассчитывал, но... Ну ты далеко стоишь, навряд ли, если у тебя маск-сеть есть, тебе... А я не уверен, будет, да, ИС есть. Будет подниматься 100%. Хотя я уже, наверное, не буду рассчитывать. Почему Москсит реально не набрасывается на танк? Ох ты, СУ-100, интересно. И решение. Ой, боеукладка. Слушай, ну я не это. Неправильно. Не могу. Неправильная стратегия у меня. Очень неправильная стратегия. Убежать можешь? Могу, ну, с тем количеством ХП.
Говорят, что песня нам жить и трудиться помогает. Да? А кто говорит? Этого я не знаю. В лицо этого человека я не видел. Ну, такой дуги снаряд идет вообще. Надо спеть все-таки. Ну, вот надо какой-нибудь подобрать. Вокально-инструментальный монолог. Воу, чуть не упал. Ну-ка, что тут? А, вот он ты, скотина. Блин, трусеры красивые какие вообще. Прям в шоке. Так. Ну вот это я уже понимаю. Союз не руши. Это, наверное, не то, что... О! Здравствуйте. А что за ЛКВ? Это шведская ПТ-шка. Хорошие ПТ. Такие быстроездящие, невидимые. Да ладно, Free of Play. Сейчас споем что-нибудь. Сейчас спою. Ты еще помнишь, каково это? Что именно? Петь. Или может мы включим просто что-нибудь, а не будем акапелло выпендриваться. Акапелло? Ну ах ты какими словами бросаешься? Учитель, ёпта. Летящей походкой. Мы вышли за водкой. Опа! А почему никто не атакует? У них преимущество вперед, я хочу популять. Хочу, блин. Сейчас Т-28 возможно будет прокатывать. Возможно. Но, возможно, и нет. Ты, по-моему, в своего попал, да? Нет? Да. Подсобил парня. О, снимай тяжа! Нет, не получилось. Почему? Ну я пробил, ну у меня шо, альфа в километровая? А как писец. Так ваншотом тебя? А, это не ваншот, это два выстрела. Поаккуратней со словами. А что я сказал? Не знаю. Я что сказал? Какое-то неаккуратное слово куда-то. А кто это вот там такой человек, который просит поаккуратней со словами? Да нет, это он, наверное, когда я сказал акапелла, испугался очень. Я знаю карате, тэквондо, еще много других страшных слов. Да. Хочу тяжелый танк хочу. Тяжелый, давай. Ларису Ивановну хочу, ну самый тяжелый. Опять хочу его. Ты, блин, садист. Рудик Изибой, здорово, привет. О, стой, подожди, не запускай. Жду. Раз такое дело, раз мы на маусах, сейчас, может быть, мне все-таки подсвезет, и я танкану и нанесу 3000 урона и танкану в 3 раза больше своей прочности. Рудик, с нами можно? Можно! Ну давай, давай. В следующий бой. Или если сейчас успеешь, можно сейчас. А мой ник в левом верхнем углу экрана видишь, добавляй в друзья, я принимаю и поехали. Только на десятках, не только на десятках. Сейчас мы едем на десятки. Но сейчас на десятки. У него только восьмерки. Ну, следующий будет восьмерки. Да, можно на исах третьих, например. Вот. Так что на паузу жми, в друзья добавляй и, в общем-то, поедем. Все, запускаю. Окей? Да, давай. Да, 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 да. Поехали. Да, ты знаешь, на литературе я еще не играл. Слева-справа поставил эти книжонки. Нету артиллерии, зато есть ФВ. А ФВ это что за ФВ? ФВ это 1800. Не, это Суперконквирор или что? А, ФВ 4005, все, я вижу. Да. Но это бабаха, но бабаха, да, с ведром 1400 на голове. 1400 голдой, хотя я однажды танканул голду этого товарища. А у меня, кстати, ж камуфляж «Черная вдова» там на маусе вообще. Да? Голдовый, да. Это комплект там всякой... Ни одного боя с победой? Да, да мы шраки. Да ну подожди.
Какой ни одного боя с победой? Парочка не, ну сейчас... была. Ну, парочка, наверное, была. Имеется в виду, мы не победили, мы всегда проиграли. Нет, то, что мы сливались, это да. Ну, ребята, я давно не играл, это все из-за меня сто пудов. Я да, ж блиц, да. Я привык, молодецкая удаля, гей, вперед, а здесь же не так оно играется. Что такое ДПМ? Damage per minute, если так уж. Урон в минуту. Сколько количества цифирок ты можешь выбить за минуту? Ёперный театр, донат прилетел. К сожалению, большего не имеется в моем кошельке. Умеет смайлики гукрата. На пол памперса. Фрок, асфрок. Спасибо большое. Ну и на песню. Ух ты, я уже в засвете. Здравствуйте. А я нет. Здравствуйте. Хорошо, что нет артиллерии. Сейчас вот здесь, в этом простреле между камнями. Да, земля, прощай. В добрый путь. Убил. Убийца. Так. Мы будем ехать и стрелять? Или стрелять и ехать? Или просто ехать? А я могу нажимать две кнопки одновременно, поэтому я зажал левую мышку и сейчас зажал кнопку W. Все, что мне нужно для игры на маусе. Кто там? Кто это? Кто это? Кто это там едет? Кто наверху, не знаю. Здесь а впереди давай тяжа. Ну, по-моему, это наши клиенты. Вообще, да. Завлекаем, Батшат, завлекаем. Батшат, по-моему, сейчас гибнет. Короче, я купил себе Т-10 в надежде, что... Е-5? Т-110-5? Нет, или Т-10 девятку советский. А, это который С-8, все, я понял. Да. В надежде, что... Их там поменяют, да? Обещают там поменять, заменять, там новый тяжелый танк. Ну, я тебе скажу, я в печали. Что не выстрел, так боеуклад критуется, как ух ты, стык. Ух ты, ВЛД стрелял в борт. Как можно играть в игру, когда ты целишься? Опа, там поверху смотри, скачет просто 110,5. Опа, серый, десятка. Танкую. Так, не танкуй, пожалуйста, за меня. Ну, случайно все отъезжает, давай, работай. Я просто уже пулять хочу. Поглядывай на Т-10. Хорошо. Здравствуйте. Камень, класс. Он не попал, но он хотел в меня E5. Опять, я стараюсь. Т-10Е5, видишь, как он едет? Вижу, слежу, пока не могу. Кто-то ему, по-моему, воткнул. Маушена хочет побить нашего. Бог ему судья. Это что, боеукладка была или мне показалось? Ну, я тоже выстрелил. Нет, 457, нет. Просто не ты альфу взял. Да. А, не танканул М103, странно, хотя башню вроде отвернул. Оу, да вы молодой. Прям по шапке ему стрелял. Так вот, 501, по-моему, неплохо получилось. А мы стоим, да, пока? Да, просто а как-то не очень получается. Не очень. Да чтоб тебя крутило, блин. Ну он пробивает меня каждым выстрелом. Воу. Да. Воу. Ты вот так смотри, делай. Вот теперь он тебя пробивать не будет. Из-за тебя? Да нет, будет. Смотри, 110Е5 сейчас. Я к тебе подкатываю немножко. Не сдавай сильно назад. По шапке так. Получи 543. Все, танкуй. Поли 110Е5, и видишь в центре суперконь, хомяк. А они там уже нагибают справа. Отлично, М103 добрали. На СТ поедем или возвращаемся? Возвращаемся. Хорошо, развертаюсь. Е5 добрал нашего чувака, и я догадываюсь, где он сейчас будет. А где-нибудь вон там. А сервер Ру-5 у нас. Опа. Да ну что, почему в землю, ёп... Слушайте меня внимательно. По E5-му, кажись, там работают. Не буду на него ехать, пусть сам выкатывает. Угу. А если я сейчас разверт... подумал, что я уезжаю... Да, я на него тоже развертаюсь. Можно 13.90? Ты что, смелый? Земля, вот, прощай! Слушай, может поедем на СТ-1? Неизвестно, кто его прикрывает. Я подозреваю, что никто, потому что у нас центр продавили уже. А его нету здесь. Справа, вон он. Так, 13.90 будет выкатывать, можешь поймать.
СТ-1 слежу. Везучий, вот везучий, а? Пошли поверни на СТ, башню. На СТ-1, пошли. В лючок не попал. Ты чё, дурак, с ума сошел, что ли? В меня стреляет. До храброй воды напился опять и думает, что все можно. Ага, тоже мне. Куда ты бежишь, свинота? Ну на... ты не, вряд ли тут, конечно, натанкуешь. Не, не натанкую, но я уже обиделся просто на него. Опа. Маленький, как... в жопу заходит 90-х, вижу, серый. Вижу, СТ-1 мне дал. Ну, твой? Нет, ура, не увидел. Тогда меня начинают карать, больно. Сейчас. СТ-1, прикрой, он поддавлю, мне дает. Поддавлю, поддавлю, всё, поддавлю, но мне ж надо время. Да. Я через 90-ка проеду и обойду СТ-1. Ты там живой? Танкуешь? Да. Да чё мне-то пофиг. Блин, как меня эти мелкие говнюки раздражают. И чё, скотина, на СТ-1 на своем? Совсем дурак, что ли? Отлично. Так, мехвод. Ну, правда, я чуть тебе в гуслю не дал. Но чуть-чуть, как говорится, не считается. Подниматься не хочется пока. У меня хп нет. 90-ик на голде. Я что-то тебя потерял, извини. Ник не могу напечатать. SimSal1. С нижним подчеркиванием. Ну вот, посмотри вот так. Не знаю что. То ли вернуться... нашего Епися сняла ФВХ, она стоит на базе. Так. Вон она. Угу. Раз, вот. 2, 3, 4, 5, 6. Раз, я 2, просто 3, 4, по Сейвове 5, как-то проехать хочу, и поэтому сюда направляюсь. Оп, опа, вот он. 90-чик. Ах, так, ты, я агрессивно, ты лови. Нет, нет, никаких агрессивно. Че, раз, два, три, нет, 4, 5, 6. Здесь 90-ик и ФВХ. Я вижу. На ФВХ я не собираюсь выходить. Понятно. 90-ик нас будет как раз на нее и выводить. Да больше без... никого здесь нету. Не успел. Вот она, ФВшка. Вижу. Не попал. Сколько он тебе дал? Дал? 1500? Ёлы-палы, здесь еще и стерва. Откатывайся, откатывайся назад, откатываюсь, срочно. Откатываюсь, откатываюсь, срочно откатываюсь. Стерва поднимается на тебя. Да, хочет. Да, да, я знаю. Я тебя прикрываю, все за нормально. За камень ухожу. Давай. Так, не ты разобщать просила, дисциплину. Кто просил акапелла? Она разобщает дисциплину, она чувствует напряжение твое. СТРВ Опа, обходят. Вон она. Вижу. Хорош. Я не могу ее и помочь. Да, нормально, ему. Нормально, нормально. Вот прям сильно. Прикинь, просто взял и потух. Гусли! Кого гуслить? Я не могу по нему стрелять. Я очень далеко. Ну где? Где засранец? Он за камнем был, да, насколько я понял? ФВХ на горе, осторожно, может. Я за камнем, все в порядке. Не может, он не может. Мы нормально, мы здесь их задержали. Наши ребята благодаря этому там нормальненько отстоялись. Я сдаю назад опять. Я не помогу тебе с СТРВ, учитывая это, хорошо? Хорошо. Я понял, что я один. Пока что я один. Вот же скотина, а он за другим камнем. Сейчас, 2-3 секунды, я понимаю, за каким камнем. Я не могу, камень большой. Просто он так стоит, что он может по тебе работать, не вылазя под мой прострел. Да. 90-ик, возможно, 2, будет обходить сзади. 3, 4... Нет, не вылез, значит, будет сейчас вылазить в другом месте, да? Тогда мы сейчас его тоже удивим. 90-ик очень терпеливый парень, между прочим, обрати внимание. Mm-hmm. Так, как бы мне так откатиться, чтобы под ФВ-ху не попасть? О, ФВ! 797. А как, кто меня подсветил? Наверное, 90. Он тебя и подсветил, он на рогах стоит. Опа, СТРВ. Стерва. Стерва на тебя порит. Я дам ей шот, но, скорее всего, это последний будет шот. Блин, чуть-чуть я его не успел. Прикинь, я бы его просто бы... Да, Симсал-1. Хорош! Танкани, просто танкани. Нет, не танкани. Да, Симсал-1, все правильно, Рудик.
Ух ты, здесь уже... Все, пять человек смотрят. Да, всего пять человек. Но мы не расстраиваемся по этому поводу. Зато это пять настоящих мужчин, да, наверное. Раз, два, три, четыре. Все вернулись сюда к нам. А наши ребята в это время стояли и боялись. Ну, не так плохо. Навряд ли они победят. Вот видишь, какие команды сейчас оттягиваются, переезжают. Не поленились, прикинь? Не поленились переехать. Ну что там? Да, добавился. Зузу Касси. Надеюсь, это он. Добавил. Я хочу немножечко извращенских танков. Хочется. Ты гонишь. Ой, ты гонишь. Нельзя, нельзя. Ну на голде. Ну на голде. Нет, только голде. Серебра нет на голде. Тогда не стоит. А где молодой человек? Ну, я ему отправил запрос. Пригласить. Еще раз отправил. Так, я сейчас отойду ненадолго. Перерывчик пару минут предлагаю устроить. Ну, уж очень поджимает пописать. Мы уже два часа играем. Хочется как-то все-таки. Сейчас буду. О, надо эпичную музыку включить. Обязательно, обязательно. Так. Вот оно. Ну, в общем, не отходите далеко, сейчас буду. Да, вот я сейчас смотрю за тем, как у нас чудесно работает этот фронт. Между прочим, мы победили. Еще неплохо. Мы с братюней по 3000 чпокнули. И на третьем, на четвертом месте по урону. Кто там говорил, что нету победы в бою? Получайте! Меня не слышно. Брата Сереги зовут Олег, если что. Повторяю, так слышно? Напишите, слышно или нет. Жду. Можно и так, можно и Элю. Все, я понял. А тебе было не слышно меня, конкретно меня, и в трансляции, или что-то, и может быть, что меня не слышно. Да! Да, теперь я так не услышал. Для тех, кто не услышал, бешеный разброс плюс-минус 25% ко всему, в том числе и к урону. Это очень большая разбежка. Sims-Aladdin, похоже, очень-очень нуждался в туалете. Ну тогда я понял, сейчас придет этот козел и... Ты козел! Ты там сделал такую музыку, что люди пишут, что меня не слышно вообще. Я как из унитаза там. Че ты навалил так громкости? Сейчас должно быть нормально, простите. Кстати, я сейчас случайно заметил. Наведи на снаряд.
на ИСе третьем. Ну, у тебя ИС третий выбран, да, наведи на снаряд, и теперь смотри, калибр 122, урон 292-488, прикинь, я просто в шоке. Тебя плохо слышно. Да, очень, очень плохо. А, ну можно его подкрутить просто. Ну, поехали. Да, да, я готов. Пардон. Сасамба, полная сасамба. Да ладно, девятка. Тач не пробивается, конквейер не пробивается, без голды, естественно. Стервы не видно. Конкаир Нарвон в башне не пробивается. Защитники без голды слабо пробиваются. Не прогрузился, что ли? Еще наш Сукаси. А, да, мы стримим по МСК. Ну, я не знаю, как кто, я поеду направо и пока подожмусь вот сюда. Угу. Окей. Кстати, разнообразие карт, каждый раз разные карты, приятно. Ну, да, к разнообразию вопросов нет. Ой-ой-ой-ой, стоковая пушка на тигре. Ой, не пушка, а башня. Печаль. Угу. Ну, а в блице до сих пор не подкрутили. Ты загрузился? Да-да, он поехал с нами. Да? О-о-о, артиллерия работает, смотри как. Мимо, все мимо, в молоко, ну как обычно. Слушай, охренеть нас. Задержка слишком. А, ты нас, по идее, должен слышать в... не в эфире, а в игре. Мы через игровой чат тебе говорим. Блин, его вообще не слышно. Да, при том, что я подкрутил. Ну, к сожалению, беда. Похоже, и движок еще стоковый у парня. Ух ты, пилот меня. Поднюхал. Долго? Где там столько десятков и больших уровней? А, у кого ты спрашиваешь? У тебя. Я в игру играю с момента ее релиза, но когда я перешел в блицы, я вот почти 2 года не играл в танки. Я буду ехать дальше. Все в основном там, здесь только стерва и арта будет. Жаба, задержка действительно минимальная. Там, ну, может, секунд 20. Слушай, ну нормальная игра, не проседает особо. Сейчас стрим стабильно идет. Ну, ого, горячий ПК, горячий парень. Такой же, как наши совзводные. Шутечки за 300. О, по разведданным. Так это я засветил? Ничего себе, глазастый. Ну, гуслю. Отлично. И арта. Так я и знал. Ох, опа, свертухи! Центурион красиво. Справа. Я тайпу свертухи дал. Так, ты смело танкуешь, да? Он на меня нормально? Обходи его. Воу! Ой, тушись. Потушился. Не буду тратить каток, он меня не пробивает. А вот тайп пробивает, засранец. Там все. Же центурион. Центуриона в башне не пробьем. Откатывайся, откатывайся назад и обходим их понизу. Откатывайся задом, 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 задом. Еще, 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 еще. Да, да, да. Все, я за камнем. Ты только подъехал, разворачивайся и вниз уходим. Блин, 700 хп. 760. А у тебя тигр стоковый. Ребята, прям я сильно, с пилотом, да? Я с пилотом, вы подтягивайтесь. Я не услышу. Я с пилотом еду, вы подтягивайтесь с Саладином вторым темпом. Я с Саладином справлюсь. Да, я понял. Говорю, у тебя стоковый тигр, вообще совсем стоковый. Эх. Ну, это, наверное, это было да. Но я не уверен. Я с тобой. А слева конь.
Да, знаю, но он меня не пробьет отсюда, я чуть ухожу, чтобы тайпа убить. Понимаю. Я только башню не вкачал. Ну выцеливай или голду врубай. Тут вариант такой, что вариантов нет. Нам твоя огневая мощь нужна. Блять, два поджога подряд, но это кошмар. Че ты гореть начинаешь? Пора заканчивать. Фу, блин! Блин, как меня тайп раздражает, да убейте его уже наконец, вся команда там. Ну ёп, ну что это за дела? Убейте тайпа, прошу вас, кто-нибудь. Никто, никто, тайпа никто не убьет. Ну, а почему? А кто его будет убивать? Ваза 34-ка, вон они все там стоят, и я не знаю, что они там ждут. С моря погоды, блин. Нужна помощь, ребят. А ты далеко, я пока не могу. Зря тебе надо было падать вниз, ты этой башней здесь не оттанкуешь, тебя просто разбирают. Ну что, команда из трех человек убьет тайпа или нет? Ну, убивайте и дайте мне двигаться наконец. Фу, блин, да чтоб тебя этой мышкой. Да убейте его, господи. Я зажат, я не могу. Охренеть, ты видишь, 4 танка не выходят, боятся, потому что тайпа прикрывает стерва. Пиздец, спасибо, главное, блин, вовремя. А теперь там конь. Жузука, смотри, ты сейчас можешь чуть-чуть подняться и расстрелять вот этих ребят по бортам там. Только лучше не жопой подниматься. Да, я знаю, что про тайп 4 хэви, звук, извини, ник неправильно произношу. Ну там добирай шотов. О, умничка. ФВ это арта. Правее Т-10, ты в простреле у него. Блять. На камушек наехал, орудие вниз опустилось. Отлично. Я мертв. Не пробил, жалко. Ну вот сейчас я смело могу сказать, что это гребаная команда, когда 4 танка стоят и ждут чего-то. Никто тебе не гарантировал, и никто тебе не обещал, что они будут играть так, как хочешь ты. Я не настаиваю, поэтому просто обидно, что они так играют, мы можем соснуть из-за этого. Ну, мы тоже иногда так играем. Нет, мы всегда едем вперед. Мы молодцы. Да, ну и я не скажу, что это правильно. Олег Эхом отдает, потому что он говорит и туда одновременно. Ну, не всегда я и туда. Ну да. Блицкинг, привет, как идет игра? С попеременным успехом. Так себе. Да, если бы не два поджога, я что-то вообще удивился. Меня на СТ третьем, чтобы поджигали, это прям что-то странное. Причем, чтобы СТшка подожгла с первого выстрела, у меня ни баки, ничего не было критануто. Прям как-то печально. Выцелил удачно. Ну, я, скажем так, знаешь, поиграя сегодня, я теперь прекрасно понимаю, почему я потерял интерес от этой игры и от Блица. Ну, причина, в общем-то, всего нет, одна. Ну, здесь я с тобой не согласен конкретно с этой игрой, просто у тебя темперамент несколько другой. Ну, возможно. Нет, я не про бой конкретно и не про команду говорю. А что, грубо говоря, рандом слишком большой. Ну, плюс-минус 25%. И с учетом того, что ты выходишь, ты точно знаешь, где противник. То есть не попал, не пробил, урона не прошло. Не отрандомило, не повезло.
Да ну, посрать мне. Согласен, да. И вот, то есть, игра, в которой половина успеха зависит не от тебя, а от рандома. Игра, в которой ты не можешь решать на все 100%. Ну, с другой стороны, на базу можешь попробовать поехать, но я думаю, что тебя там... А, ну, хер его знает. Едь, едь. Мы слились. Стоять уже там, коня ты навряд ли пробьешь. Да, ты говорил, с другой стороны... С другой стороны, получается так, если сделать меньший разброс, то получится, что игрок, кто хорошо играет, очень сильно будет решать. И сейчас при таком разбросе, когда средние игроки попадают на скилловиков, ну, получается так, что они тебя обыгрывают, скилловики. А если будет еще и меньший разброс, допустим, 10 или 15%, здесь сама механика игры. Посмотрим тебя. Здесь сама механика игры такая, что здесь нельзя его сделать меньше. Ну просто как концепция игровая такая, что тут. Попробуй стерву. Стерву попробуй, она чуть правее. Не попал. Угу. Вот. То есть я понимаю, что это никак не решить, и я прекрасно, ну, что это такая игра. И что я и больше всего горю именно из-за этого. Что в Блице, что здесь. Почему мне нравится тот же там, ну, стрелялки, там, Counter-Strike, там, те же там Overwatch всякие. Хотя я не супер там специалист, и я немного в них играю. Но это игра, в которой, если у тебя руки из плеч, ты один можешь вынести всю команду. Просто потому что ты свелся, ты нацелился, ты выстрелил, и ты попал, это смерть, там нет разброса. Там нет вот это, там есть точные цифры урона, сколько ты наносишь, как ты наносишь и как оно работает. И это можно все посчитать. А здесь, ну блин, ну, урон от 400 до 600 почти. Ну писец, это сумасшедший разброс. Ну здесь с тобой согласен. Я предлагаю еще один бой и закончить. Потому что мне уже пора ребенку спать. Кладить. Опять? Сколько уже спать? Ну, уже, да, уже на ночь. Ну, между прочим. Ну что, так, давай еще боёчек, и мы будем уже закругляться. Хорошо. В этот раз как-то почему-то не так весело получилось. Ну, мы больше по философствованию, знаешь. Да. Поэтому меня и не смотрят. Я любитель пораздумывать, пофилософствовать за бокалом коньяка какого-нибудь. А вот это вот веселый угар, я как-то... Наверное, у меня плохо чувствую. Веселые истории журнал покажет наш. В КС... Короче, однажды загружаюсь я на оверлорде с нижнего респа. Ну, с красной базы. И думаю, пойду-ка я на песок. Налево, то есть. Вот. Выезжаю вот сюда, в эту точку. Какая тактика? В лоб или во фланг? Хороший вопрос. Тактика в лоб или во фланг? В лоб, во фланг. Направо пойдем. Спрашивает в комментариях Блиц Кинг, сколько я задонатил в ББ. Точный подсчет я не вел, но в то время, когда я играл в игру и прям задротил, я много донатил. То есть, ну, достаточно увесистая сумма. Сколько конкретно, я не могу сказать, я не знаю. Столько лет прошло. War Thunder не играл. Врубил голду. Ну, это тоже танки и самолетики. Нас там, конечно, могут обоссать или обосрать, какашками закидать. Ну, будет весело, наверное. Ну, более-менее в топ. Ну, да. Более-менее. Е50 главный в топе, поэтому его остерегаться. Жаба. Ты знаешь, я не могу тебе ответить на этот вопрос. Я не знаю. При всем, ну, про бывшую спрашивают. Да, тут некоторые из подписчиков. Опа, Яга, вниз, падай. Вижу. Вот. При всем при том, что знакомы мы были достаточно долго, я не могу сказать, что я знал. Ну, как-то... Ёлы-палы, сколько их здесь? Назад, уходи за камень.
Не выкатывайся, Зузу, за камень. А ты сам-то валить не собираешься? Просто я, ну, отъезжал так, чтобы ты мог свалить. Я хочу поджать, чтобы его яга не стреляла. Я с тобой. Я понял. Просто не агрессивничай, ого, меня в засвете. Яга, ВЗ, Лёва. Так, арта нам не поможет здесь. Так, ухо, сейчас будет фугас. Фугасом, по мордасам. Ой. Блэк Принц пошел. Есть фугас минус, Блэк Принц разрядился. Ягу? Ёб твою мать. Как ты выехал? Ухо, ухо. Опа, ваза, ваза. А, дал по яге, нет. Ты долго думал, в кого стрелять, кого фокусить. Долго да говорил. У меня шарудия там не опускать. Вазик, арта работают. Я с вазиком прикрою. Он не выкатывает, пока все в порядке. Так. Выкатил. Дал ему. Угу. А, яга, я тебя прикрою, сдавай назад. Ну, не танканул, но во всяком случае. Откатываем, размазал. Откатываем, иначе давай. Они выйдут на нас сейчас. Давай. Так, как ты там откатываешь, ага, вижу. Ну, яга. Ай! Оп. Че ты шо творишь? Изверг! Спасибо. Извините. Сильно не уходи, потому что в азота может. А я попасть. На вазоту вот и хочу глянуть, что он там делает. Спина к спине практически. Борт к борту. Сдавай. Тихо, не разряжен, никто не разряжен. Я в курсе. Так, голду врубил. Ну, он дал, я дал, но без дамага. Я голду заряжаю. Я уже давно на голде. О, там еще и они. Это они? Они сейчас на нас вкатят. Они сейчас на нас вкатят. Ай. Арта пи-пи-пи-пи-пи. Блять, в землю. Да что же это будет творить-то такое? Вот о чем я и говорил. Ты один. Я понял. А урон не понервленный от пробития, да? 4, 5. 5 танков здесь. Охренеть. Ну, зато мы втроем 5 танков здесь остановили. Ну, надеюсь, это будет толк. Да. Выходим? Да, выходим и уже будем заканчивать. Спасибо за игру. Спасибо. Ой. Так, сейчас у меня тут обдуплится. Так, покинуть взвод, конечно. Ну что ж, дамы и господа, мы на этом закончим нашу сегодняшнюю трансляцию. Не все шло гладко, но под конец стрима, благодаря бессмертной литературе и макулатуре, мы смогли охладить пыл и мой, и компьютера, конечно, постримить более-менее стабильно. Смотрело нас немного человек, но каждому из вас я говорю большое спасибо за то, что пришли, потратили свое время на нас, на нашу не самую качественную, но тем не менее, я надеюсь, яркую игру. А с вами все это время были я, Сим Саладин, и мой и брат. Он Абер-Кадафер. Да. Ну и на фоне, конечно, подрастающее поколение, может быть, танкисты, не дай бог, тоже вы могли слышать. Все, на этом сегодня все. Всем спасибо и всем пока. Пока.